эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 17 марта 2016 года, четверг, по одному из старинных, 16-й день месяца пробуждения природы, 7524-го лета, четверик. Древние боги Евразии, такова тема сегодняшнего нашего эфира, главный сведущий, хорошо уже вам знакомый Владимир Николаевич Дегтярев. Здравия, Владимир Николаевич. Здравия вам, здравия нашим слушателям, здравия нашим людям в Сирии и здравия нашим морякам в море. Дело сегодня серьезное. Да уж, дело там закручено не по-детски, скажем так. Здоровья нужно много. Ну что ж, сразу, как говорится, берем быка за рога, но только не в стойло, а наоборот, выводим его на общее обозрение и начинаем раскрывать тему. Итак, древние боги Евразии. Что же это такое? А вот как раз один из богов-то и есть бык. Его шумерское название Энки, собиратель земли. Он амфибия, он до сих пор живет у нас, так сказать, в морях и океанах. У него база сейчас Байкал. Вообще, сразу вот так коротенько расскажу, что это такое. Это, в принципе, та же ситуация, которая бывает, ну вот представьте себе, когда, скажем, где-то в тундре стоит три чума, люди спят, еще весна, еще темно, туда-сюда, вдруг внезапно. Сверху рев, свет, спускаются какие-то непонятные вообще орущие механизмы. Выходят здоровые бородатые мужики, громко орут, все там. Ну, вот примерно так вот боги, что называется, высадились на землю. Тем, кто бегал там по земле, они вот так вот привиделись. А орали-то они зачем? Кто? Боги? Бородатые мужики, да. А, на наши эти, так сказать, нефтедобытчики орали зачем? А потому что им весело было, сами понимаете. Ну, в общем, получается так, это представление. Гармошка, да, веселье. Да, вот, представление один к одному. Это просто вот для того, чтобы понять, как это бывает. Можно застыть просто от того. Ну, представьте себе, сейчас свалится с неба там. Такие вот. А их там было... В общем, ситуация такая. Значит, то, о чем я буду рассказывать коротенько, это некий могучий просто род, где главным является бог, его имя Анну. Это тот, кто двигается по небу. Ан – это небо, ну, это двигаться, то есть осуществлять движение. Вот у него, в общем, семья такая большая, если так уж говорить. Но главное, у него два сына. Это Энки, вот собиратель земли, и второй бог Энлиль. Но Энки – это вот как раз бык, бог-бык. У него вот славянское прозвище – бык. И, кстати, русское прозвище тоже – бык. Ну, как прозвище? Не прозвище, я плохо говорю. Прозвание ему – бык. Почему прозвание такое? Потому что он дал свою кровь из вены для производства вот людей нашего вида. Это было 400 тысяч лет назад. Вот. Ну, это, в общем, можно прочитать в истории у шумеров. Это все выложено, это космогония шумерская. Она выложена даже вот в интернете там. Ну, и в исследованиях, правда, западных исследователей. И, значит, вообще у него еще имя вот «бык». Русское такое официальное «Баал». Все этого имени боятся, а я не понимаю, почему. Русское понятие «бал». Наташа Ростова поехала на свой первый бал. Бал. Бог открывает. То есть на этом балу, как вы понимаете, это же были балы дворян. Дворяне все были русскими по национальности. И, так сказать, Бог открывал, кому идти замуж, кого, так сказать, брать, кому брать, кого замуж, ну и так далее. Вообще дальше... В Африке он был Ноомо, Мусар Иоаннес Аннидот. Ну, в Южной Америке он был Виракоча. В Южной Америке, там же в Южной Америке у него было Контики прозвание. А вот второй молочный его брат, Энлиль, собиратель чистых и нечистых, и вот перевод.
Его звали Беэлбох, вот нашего Баалбох, он был Беэлбох. И потом его, он, так сказать, переродился, в смысле название переродилось, в дракона. В Южной Америке его называли Кецалькаатль. Ну и была у него еще дочь, Иннана, рожденная женой бога Ану. Ну, примерно так. Вот эта вся семья, представьте себе, значит, ситуацию, она обитает на планете Ниберу, про нее слышали, наверное, которая один раз в 3600 лет заходит в Солнечную систему, она, в общем, является как бы той знаменитой планетой X или планета 12, как ее там. Но пока, так сказать, вроде как-то какие-то математические, физико-математические расчеты были, что эта планета вроде как бы где-то есть, но пока еще никто не видел. Вот, они, в принципе, что это такое? Это люди, они же, собственно говоря, это по нашему или мы по ихнему образу и подобию созданы. Они работают вот таким вахтовым методом, о котором я и говорил. Как на Земле работают в Сибири. Туда-сюда, там то ищут газ, то ищут нефть, то ищут алмазы, вот так выкидываются, работают. Поработали, улетели. Вот. Вообще они собирают золото. Золото требуется им для энергии. Энергии я потом чуть попозже расскажу. Я просто расскажу вообще, что, так сказать, вот эту ситуацию с богами, а потом уже будем говорить более подробно. Вот когда им потребовалось золото, они пытались его раскатать на Марсе. На Марсе ничего не получилось. Они там тоже создавали, ну, я не знаю, каких-то там рабов в каком-то виде, там, я не знаю, рептилоиды или они там, тараканы или они, я не представляю. Не получилось. Значит, что сделал этот самый Энлиль? Он всегда оперативно работает, так сказать, такой оперативный работник. Мало того, он очень серьезный инженер во всех структурах, но самое главное, он генный инженер очень высокого класса. Так вот, он, значит, собрал все души, будем так говорить, электронные ну как, форманты, да, каждого из рабов, там какие были. Потому что, в принципе, тело – это ерунда. Самое главное, вот это не духовное наполнение, в которое нас пытаются христорадники, так сказать, что вот душа там. Нет, это, грубо говоря, механизм, вся машина, на чем держится тело. Убираешь зарядку, это самое убирается, это все электронный механизм, тело рассыпается, оно никому не нужно, его можно хоть в камень, эту электронную душу всадить, куда угодно, хоть в дерево. Короче, можно было добыть золото только на планете Тиамат. Она вращалась вокруг Солнца между Юпитером и Марсом. Это потом греки придумали Фаэтон. Она такая. Там, а так как эта ее планета была полностью, она где-то примерно в 6 раз больше Земли, она была полностью водной планетой, то есть ее окружала всю вода. Но там было золото, поскольку бог Энки, вот о котором я говорил, бог-бык, он амфибия. И вот они работали в Солнечной системе, естественно, друг с другом общались и так далее, и так далее. А совет богов старый, вот, главный, так сказать, рода, который Анну, он этим именем, кстати, назван Юпитер. Он сказал, все, даю команду, нам надо золото, у нас энергии не хватает, все, рубите Тиамат. Все, ну, представьте себе, что работать она нормально, в нормальных условиях, чтобы солнышко грело, деревья там, а то в воде. Кто же будет в воде там, тем более могут защищать. Ну, в общем, подошла планета Ниберу, у нее было несколько спутников. Я, кстати, до сих пор, наверное, до самого конца, я буду считать, что Луна – это искусственное тело, очень мощное такое ядро. Оно там где-то примерно, ну, в общем, во всяком случае, представьте себе, что там и платина, как это мяч такой пустотелый, там, где внутри что-то там есть. А так это платина, это разные металлы такие крепенькие. Вот она треснула по верхушке Тиамат. Это все описано, то, что я рассказываю. Только я просто так рассказываю, простым языком. Третью часть срубила, все остальное рассыпалось. Это сейчас называется пояс Койпера. Ну, этот астероидный пояс Койпера, который вращается где-то там между Юпитером и Марсом.
осталась вот треть, но, слава богу, она сохранила воду. Вот они подождали, у них времени хватает. Скажем, это было 1 000 000 лет назад, это может 2 000 000 лет назад, а может 3 миллиарда лет назад или меркли. Мы сейчас этого не можем выяснить. Пока за это очень серьезно набраться 5 институтов. Но у них нет стимула так разбираться. В общем, из этой планеты Тиамат они создали Землю. Она называется Ки. На шумерском языке она называется Ки. То есть и получается так, но на Землю-то надо кого-то привести, чтобы там начинал что-то жить, что и работать. Поэтому вот Энлиль скачал все электронные матрицы людей, не людей просто, ну, кто работал там на Марсе, скачал и сбросил их на Землю. Это уже отпечаталось, так сказать, в Махабхарате, что на Землю были сброшены, но тоже в этот, в накопитель. На Гиндукуше. На Гиндукуше. Понятие Гиндукуш – это накопитель. Такой, ну, как сказать, рождение, что ли. Ну, то, что будет рождаться. А Марс, он выжег Солнцем. Он подогнал, его так Марс подогнал, что его солнечный протуберанец просто выжег. И туда вот сейчас говорят, да мы поедем, а на Марсе будут яблони цвести. Я уж сколько у меня было статей, где я говорю, ребят, ну вы что, ну эти миллиарды нам понадобятся. Пусть американцы летят и там, так сказать, мягко говоря, превращаются в коровьи лепешки. Не надо туда, там нечего делать. Вообще там на глубину 10-20 километров все выжжено. Никаких там тараканов, ничего живого там нет. Это работал бог Энлиль. Это... Тут у него можно подпись ставить, что все, конец фильма. Ну, в общем, вот такая система. Землю они создали, так сказать, подождали сколько-то там, и потом потихонечку спустились. А вы представьте себе, разбитая планета, все вскрыто, да, где-то там ядро, ну, там где-то шевелится, все вскрыто, все эти золотоносные, так сказать, резервуары, что называется. Пожалуйста, вот они есть, давайте. Я потом попозже немножко расскажу, о чем действительно, что такое золото для них. Я сразу скажу, что это энергия. А потом уже попозже. Так вот, значит, начали добывать золото, там-то вся легенда в том легендируемом, что на Анунаке у них были гридни. То есть в Библии это описано как нефилимы. Вот, Анунаки – это единственное число тех, кто с неба спустился на землю. Перевод такой. Анунаки – он – это единственное число. Их было сначала 200, потом 600. Они работали в шахтах, добывали золото, и было очень тяжело. Ну, в шахтах, я представляю себе, как это работает. Они, в общем, возмутились, а боги, когда вот эту землю окучивали, нашу планету, они жили в золотом доме. Ученые до сих пор наши, иногда вот я встречаю, говорят, было 2 луны у Земли, было 2 луны у Земли. Вот что-то такое Земля, так сказать, как-то так вот немножечко не так себя ведет, как будто так... что у нее было 2 луны. Вот у нее такие иногда бывают завихрения во вращении, потом вращение вокруг Солнца, что-то такое не то. Да, был золотой дом Бога. Если кто-то... Он так назывался, он был на самом деле это не золотой, он просто сиял. Ну, представьте себе, висела махина. Это можно очень просто проверить. Тот, кто, например, читал «Путешествие Гулливера», то есть Джонатана Свифта, Джонатан Свифт это не был непростой человек, он же был все-таки настоятель Дублинского собора. Там в подвалах в Дублинском соборе валялись такие документы и манускрипты, я не знаю, еще на каких вообще носителях там все. Он много чего оттуда списал и рассказал, что были великаны, что были лилипуты. Ну, «Путешествие Гулливера», кто читал, тот. Может, так сказать, я могу и не это самое, не рассказывать подробно. И вот он рассказывал, что у Марса есть два спутника. Их потом открыли вот где-то в 18 или 19 веке, маленькие спутники. Так сказать.
Вот, и был такой Лапута. Он ее назвал Лапута. Они всегда малость, так сказать, портили название. Лабуда. В русском языке это понятие осталось. Лабуда. Ну, лабуда. То есть ты врешь. Это лабуда. Ты врешь. Кого... Лабуда это переводится круглый бычий алтарь. Ну, то есть дом. Вот он вращался, понятно, что он вращался. Хорошо, если не верят русскому, давайте перейдем в Сибирь, ханты-мансийские сказки. Там очень четко. Висел, значит, внизу стоял чум в грязи, потому что вся земля была в грязи. А наверху, вот он, висел золотой дом, дом Бога. В золотом доме Бога сидел Бог Нумиторум, ел мед и пил суур. Суур – это основа крови, разболтанная в воде. Ну, у казахов я такое понятие, сурпа, это горячий бульон. Ну, в общем, хорошо сидел. Сказки приличные, там оттуда можно снять такой пласт информации, что я и снимал. Ну, в общем, вы теперь поняли, да, что, значит, когда возмутились эти анунаки, они остановили все работы, не идет, золото не поступает. Что такое? Совещание богов в золотом доме начинается. Они говорят, дайте нам замену. Мы не будем, анунаки говорят. Давайте рабов. Чего? Ну, рабов, души электронные сброшены. Их только включить надо, создать. Ну, создали. Это самое, вот бог наш, Энки, бык. Бык. Почему ему прозвище-то бык? Потому что он дал свою кровь. Тут дети могут слушать, вы еще догадываетесь, что он дал для того, чтобы на глине замесить человека. Ну, это примитивный, конечно, разговор. Как раз занимался вот Энлиль, дракон, генный инженер, созданием того, кто будет по образу и подобию Бога, и вот он будет, так сказать, это будет раб. Лулу. Раб-раба. Вот у нас есть понятие, например, лукар. Это шумерское понятие. Раб каравана, раб корабля. Это купец. Вот. Есть там лука, но это неприличный раб шахты. Вот, значит, они были лулу, раб раба. И когда мы, например, говорим, вот славянин говорит, ты кто? Он говорит, лудин. Ну, люди. Вот сейчас превратилось в множественное люди. Он говорит, лудин, раб Бога. То есть между славянином и Богом никого нет. Но ты не можешь сказать, что я там это самое. Слуга или ничего, до уважения ты говоришь, я раб Бога. Ну и все. Вот такая примерно вот вещь. Значит, но дело в том, что Энлиль, когда он конструировал человека, он не, скажем так, не удовлетворил те насущные надобности, которые просил сделать бог-бык. И между ними началась вражда. Вражда, которая потом перешла, так сказать, в регулярные войны богов. Об этом тоже немножко я попозже расскажу. Вот. Это самое. Ну, в общем, создали, запустили. Все. Был какой-то набор, естественно, каких-то слов или там понятий звуковых. Но поскольку добыча золота есть добыча золота, и это не пятиминутное дело, понятно, что это не на год и не на два, это уже продолжается 400 тысяч лет. Вот, надо было элементарно что-то пить, что-то есть, вот этих создавали рабов. Причем там, видите как, вот сколько я отслеживал по сказкам, там, по шумерским, по вавилонским легендам, там, ну, в смысле, не легендам, а материалам. Вот никогда у людей не было ни имен, ничего. Это всегда идет описательное понятие. Что это такое? Во-первых, во-вторых, значит, у самых людей самого низкого статуса, то есть будем, мне как неудобно говорить рабы, но ничего не поделаешь, рабы, раз оно... У нас раб и бог, хотя я вот не хотел бы говорить бог, потому что ну, это могучие будем тогда, они лет на 500 нас, может, на 300 опередили в развитии, и все. Более ничего. Вот мы уже генетику, там, электронику осознали, там, кучу, так сказать, искусств таких очень тонких,
искусств в человеческом организме познали, мы можем тоже создать Бога. Но создали овцу доли, да? То есть не Бога, прошу прощения, копию человека. Ну все, вот чуть-чуть нам осталось до того, что... Но нам не дадут. Это однозначно. Вот. Я не имею в виду, что они нам не дадут как раз боги. Я так думаю. Значит, создали. Надо же кормить. Короче, там недолго. Значит, создали лекарей, создали там, я не знаю, тех, кто выращивает полбу, репу, лен, надо же одевать. Надо эти самые орудия какие-то изготавливать, ремесленники пошли, там охранники пошли, нетеру, сурнетеру. Кстати, вот когда Шумер переехал сюда, вот к Египту, то нас русских, сур, сначала было сур, а потом уже не так давно, где-то 1000 лет назад, может, чуть больше, арабы перевернули в рус, ну это арабский переворот обычный, рус-леопард. Тотем, боевой тотем был русских, леопард. Они, понимаете, ученые были нужны. Ведь там шумерские города-государства. Какие города-государства? Они против кого? Они не против никого не воевали. И кто бы им дал воевать? Боги стояли там на защите. Потому что это были города-университеты. 8 городов, 8 основных, основополагающих знаний. Ну, вот я примерно скажу, вот, например, Лагош город, это город закрытый, Ла это спрятанный, да, ну, тайный город, который Лагос должно быть так вот звучать. Это город, который занимался изучением движения всех различных видов машин и механизмов. Работы вообще. Что там только 2 было вида, чем они могли и поднимать, и сверлить, и все. 2 вида, только звук и свет. Но эти-то люди за что-то должны работать. Им дали право на размножение. То есть у них были семьи и все такое прочее. Все. Но это, я говорю, пожалуйста, вот в интернете пусть открывает, там, например, поэма о Гильгамеше. Там все сказано, все написано. Вот, и представьте себе, вот рабы с одной стороны, а с другой стороны люди. Рабы это саггик по-шумерски, черноголовые. А с другой стороны люди, они свободные, они там пиво пьют, танцуют, бегают. Была же, так сказать, какая-то зависть. Вот я сейчас перейду маленько к тому, значит, что такое вообще золото. Энергетическое топливо. Они, видите, из золота, в принципе, золото, платина и еще, по-моему, иридий, если я не ошибаюсь, это такие это самое, протоэлементы, протозолото, протоплатина, протоиридий, это те элементы, из которых состоят протозвезды. Потом, когда они вспыхивают, когда начинается реакция, вот тогда появляется настоящее золото. Но им возможен, и я сколько раз уже описывал, обратный вариант, когда из золота создают протозолото. То есть его превращают в такой белый порошок, белое золото. А этот белый порошок боги раздавали людям. Ну вот это в Индии уже людям, так сказать, это уже не так давно от нас, где-то 2000-3000 лет, может быть, когда они уже выбрали царей, они уже им надоело с людьми. Так сказать, там, общаться, разбираться. Там. Они это самое раздали, выбрали царей, и царям раздали. Вот, поделили на касты людей, и царям раздали. Я сейчас, к сожалению, 2 секунды кошку выпущу, она тут мечется. Пожалуйста, наши радиослушатели, пока выпускается кошка, вопросы задавайте в студию. Только по существу, пожалуйста, по теме эфира. Ага. Ну, это, в общем... Это самое, породили этих, золото. Вот там я спрашивал у физиков в Новосибирске, спрашивал, ну, в Институте ядерной физики, возможно ли, они говорят, в принципе, возможно из всего произвести деление ядра любого, там, воды, хоть чего, там, хоть
гранита, в принципе это возможно. Золото, да пожалуйста, вот они золото. И я не понимаю, почему, ну, может быть, для того, что золото слишком дорогой для кого-то металл, вот, и поэтому они взяли, так сказать, самое легкое, что можно разложить, это уран. Ну, разложили уран. Вот. Ну, это уж не будем обсуждать. Поэтому у них энергия в основном, представьте себе, она нужна была не громадными там этими электростанциями, такие, что вообще там стоят, ну, 100 метров в высоту, километров в длину. Нет, они у них сумочки такие, вот как барсеточка была, сумочка. Все, там у них 8 предметов, там же таблетка, там грубо говоря, скажем, с энергией в золоте, все. У них еще что было золотое, ну, на рисунках видно, 3 рога. Это уб назывался. Рог называется уб. Вот у быка он называется уб. Но у него есть еще один рог сзади. Но это уже не будем обсуждать. Так вот, один рог был, одна пара рогов для связи. Для связи, ну, между собой, скажем, вот в районе, так сказать, земли. А вторая для связи с Луной и далее. Вторая пара рогов мощная. Ну, с информационным полем Вселенной. А третья пара рогов – это убийство. Они могли, ну, им защищаться. Мало ли, что там какой-то там раб выскочит с киркой из шахты и ни с того ни с сего, значит, может замахнуться. Ну, его сразу распыляли. Вот у них была... Они жили очень долго. Есть... Вавилонский, это, ну, в Вавилоне уже переписывали из шумерских таблиц, в Вавилоне переписывали все. Вот там был такое, так называемое, значит, список царей, жреца Бероса, толкователя Белуза. На самом деле, это тоже это не имена. Берос – это Бероз. Это тот, кто учитывал поступление золота. А Белус – это ну, в общем, это аватар дракона. Так вот, там расписано, что они, как бы вам сказать, жили по 60 тысяч лет. И вот как раз сходится, что было где-то примерно около 60, как вам сказать, царей, династий, да, и они как раз примерно 400 тысяч лет назад, это когда вот были созданы люди. Я думаю, что, в принципе, тут две надо вещи сейчас еще рассказать. Значит, была еще вот, что интересно, значит, у них как-то так все было. Один хороший, другой плохой. Была вот богиня Иннана, которая, кстати, развалила, стерла в порошок то, что называется сейчас Махенджо-Даро. Вот она развалила в порошок, потому что это был бывший Шумер. Это вот бывшие... Там территория, ведь не говорят, они один городок там начали откапывать. И говорят, ой, там, вы знаете, там ядерное такое излучение, ну, в общем... Такое идет, что тут видно была ядерная война. Никогда боги вообще не использовали это грязное оружие. У них было так называемое позитронное оружие. Это такая штучка, ну, с высоты примерно 30 километров, это расширяющимся лучом удар такой наносится. Ну, то там какая-то волновая такая, так сказать, забойная штука. Все, Попегайский кратер, 100 километров в диаметре. И там сейчас, там одновременно при этом ударе, вот что получается, бешеное давление, там какие-то доли секунды, бешеная температура, бешеное давление, вообще все вылетает. Такая лепешка, там же нет кратера, Попегайский кратер. Нет, это лепешка просто такая, знаете, вот. Лепешка чуть ватрушечка такая, загнутые края немножечко. Точно такая же. Их можно увидеть, вон, пожалуйста, Google Maps включите планету, посмотрите.
Атбасар есть недалеко от Целинограда. Сейчас не Целиноград, сейчас называется Порог. Астана. Не знаю, почему он назвал. Назарбаев испугался названия, которое было Акмалла, белый святой Мулла. Я это назвал Астана. Астана – это порог. Владимир Николаевич, полчаса прошло. Музыку включим? Что включим? Музыку включим? Да, я как раз чай выпью и дальше буквально закончу. О богах недолго. Хорошо, а то как-то про ватрушки поговорили, многие слюну сглотили, думают, эх, за чайком бы сходить. Ну что ж, давайте прервемся на 3 минутки, а потом продолжим разбирать заявленную тему эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 17 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 16 день месяца пробуждения природы 7524 лета четверик. Древние боги Евразии. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Еще несколько минут продолжится изложение тематики, и потом мы переходим к обсуждению этой темы и обсуждению того, что услышали. Поэтому, если есть желание, то вы можете присоединиться к нашему радио и задавать вопросы. Для этого надо войти в чат на сайте Народного славянского радио славамир.орг, то есть в любом поисковике набрать Народное славянское радио. Дальше, после захода на сайт, найти слово «чат», нажать на него, придумать себе логин-пароль, один раз это делается, и стать полноценным пользователем, переписываться с друзьями, задавать вопросы в студию, если же идет живой эфир. Итак, пожалуйста, Владимир Николаевич, продолжаем. Ну, в общем, я коротенько скажу вот что. Опять же, по совещанию богов, Земля давным-давно была поделена пополам. Это где-то, вот если сейчас современную карту или глобус взять, это 40-я параллель. То есть северное побережье Черного, Средиземного моря, Крым. То есть вот эта северная часть, вот сейчас, да, современного положения Земли, ей управлял дракон Энлиль. А южная часть Евразии, туда южнее уже, где Турция сейчас, где Иран, Ирак и так далее, Индия, это Китай, кстати, к дракону относился, а Индия относилась к быку, к богу-быку. Вот по 40-й параллели, там граница, там очень много чего осталось, и там можно очень много чего найти. И они, естественно, все, кто жил, славяне вот жили, скажем, до потопа и после потопа, у них была вера в дракона. Тут никуда не денешься. Там была вера в бога быка. Русские, когда входили на славянские земли с Месопотамией, когда начали завоевание Европы, они, так сказать, выдавливали это верование сначала, а потом уже взяли Христа, ну, в общем, все это там отдельный разговор. Вот это граница. Поэтому все, кто начинает исследование, он должен знать четко, кто был богом здесь, самым главным. Этих всяких, скажем, те, которых называли мугалы, не монголы. Монголы – это облитературенное. Их название мунгал, верующие в Луну, ну, поклоняющиеся Луне. Вот правильное название. Они поклонялись Луне, но все равно они сидели на территории бога-дракона и карал их дракон. Тот вот, который в Китае под именем был Хуанзи. Тот, кто с неба спустился опять же на землю. Дзи – земля. Но это японский, кстати, язык, не китайский. Ведь японцы сидели на Китае до недавнего времени. Последних японцев, они в X веке ушли туда, на острова, не по правильному пути. Они должны были уйти по Алеутским островам в Америку. Америка – это была их территория, народа Ниппон. А кто-то неправильно им карту подсунул, что они ушли в тупик, вот на эти свои японские острова, и они скоро там затонут. Значит, я просто о богах скажу.
Дракон был страшный. Это, что там говорить, он там не спрашивал. Расстреливал, что называется, и убивал. А вот еще одно из прозвищ нашего бога быка, это Ламу. Он, и так в древности называлось и озеро Байкал, Ламу. Здесь спрятался мудрый, здесь укрылся мудрый. Вот. Я начал говорить о том, что ученым бы надо посмотреть. Потому что, например, я когда-то был, два раза я ездил на раскопки к Наталье Полосьмак, знаменитое это, плато Уко, где она откопала вот эту алтайскую принцессу Кадын-Бажи, и где, которую сейчас алтайцы автохтонные требуют, отдайте, закопайте и так далее. А что ее закопать? Она не Алтай. Она русская. Она, у нее там на голове метровой высоты кика с 7 утками золотыми. У нее со спины, через правое плечо, на грудь, там такая цветная татуировка, лезет дракон мощнейший, там со страху помрешь. Но у него, правда, два рога таких оленьих. Это оленные люди знаменитые. Вот. А, значит, это дракон был. Потихонечку начиналось выдавливание. Оно видно по картам, по топонимам, по гидронимам. Но осталось кое-где это самое, что там вот здесь был дракон. Ну, это пытается как-то исправить. Вот есть река Эльбе. У нас она в картах написана, Эльба. В немецких картах Эльбе. Бе – это дракон, Бел. Эль – это артикль дракона, летающий. У нашего бога-то он Аль. Артикль. Вы по нему... То есть, когда начинаешь изучать, надо четко подойти к фундаменту. Иначе ты там таких богов тебе насуют, и что ты в них запутаешься абсолютно. Вот это основное, самое главное. Второе, что, значит, он очень, скажем, наш бог-бык очень людей любит, он и сейчас, кстати, этим занимается. Вот он роет там сейчас морские глубины, что называется, и выбрасывает на землю огромными миллионами тонн. Он пытается спасти землю от того, что он выдавил, когда... дракона. Он ускакал в Южную Америку, то есть на Северную, точнее, Америку, да, туда, где Мексика. А потом вообще оттуда улетел, потому что, война богов была страшна. В Сибири столько валяется артефактов, связанных вот именно с этой войной, то есть там летательные аппараты и много чего такого. Вот. Что ясно, что война была нешуточная. В общем, бог Энлиль, когда уходил с земли, это зафиксировано, он там в этих кодексах майя, он сказал, я землю выжгу. Наведет точно солнечный протуберанец, и землю... Уже была одна попытка, была 4 года или 5 лет тому назад. Не хватило... Земля на трое суток опоздала. Иначе бы она попала. Ну, то есть, это уже старание вот как раз нашего бога-быка. Вот. Но тут еще вот какая очень, очень важная штучка. Когда я начал говорить о том, что нужно было садить там гречку, пшеницу, это все было создано искусственно, это все было создано драконом. Я говорю, что он генный инженер. Все домашние животные, мне не надо говорить, что они были там длительным путем выведены. Это все любой сейчас микробиолог проведет анализ, он скажет, это они созданы специально, все. Корова, утка, курица, там все. Недаром ведь есть это самое. Что было вперед? Яйцо или курица? Лошадь, пожалуйста, это было все выведено для того, чтобы вот людям, так сказать, полегче маленько жилось. Это не то, что я его как-то пытаюсь восхвалить, но так было на самом деле. Но очень серьезная штука. Боги, вот эти вот, вся эта рота бога Ану, у них кровь работала заряжалась от ионов меди. У нас кровь, она почему красная, она заряжается от ионов железа. То есть нам нужно железо в кровь, ни в коем случае не медь. А медь – это пшеница, а железо – это гречка, а железо – это, скажем, это самое, что там у нас еще есть из этих. А, кукуруза – это медь. Ну, вот в Южной Америке они все красные там люди. Это все вот они на меди работают. Скажем так, ионы меди, оборот ионов меди в крови, вот он,
так сказать, такое питание. Картофель нам вообще не у нас, нам репа нужна. Репа и брюква – это наше вот питание. И самое главное, значит, что он, например, ну, он был для того, чтобы как-то погасить вот эту всю... Железо просто врывалось с кислородом, слишком много кислородов, много всего. Ведь выкачивалось любое растение, любое животное, оно выкачивает из земли. Все, им никак не надо было. И он придумал виноград. Вот этот бог Энлиль, дракон, который... Он придумал виноград, вот это вино, скажем, и пиво. Он разрешил, пожалуйста, там пиво. Это рассказывать, как шумеры пиво, там, как они его обходили. Ну, точно не прошло 5000 лет. Как сейчас обходят пиво, ну, в смысле, я имею в виду, пивники, там, как они там, что бурлят, что делают с пивом. Ну, точно так же там они делали. Они крепили. Дело в том, что для лекарства он придумал спирт. Производил спирт для лекарей. Потому что спирт, ну, там болезней-то было 20 штук. Но он всегда, даже при переломе ноги нужен был спирт. Они делали операцию, ну, катаракту убирали на глаз. Нужен был спирт. Ну, там, для лекарственных целей спирт, они же не пили водку там. Только вино. Но вино виноград качает столько меди. Понимаете, он нам не нужно вино. К сожалению, нас, сколько говорю, что у нас сухое вино там пить, но оно качает медь. Вот сделайте так, чтобы оно уже качало железо. Пожалуйста, вы понимаете, о чем я говорю? О том, что как только боги ушли, а это где-то 10 век, 9-й, 10 век, когда ушел, вообще спрятался наш царь морской, вот бог Энки, бык, вот, люди просто были в дикой растерянности, там вся эта... Очень такая была, начали готовить, понимаете, всяких там, ну вот пусть будет, раз нету, но пусть будет так общий бог. И вот создали такого Серапис, бог Серапис. Его, пробейте картинку, это такой мужик с длинными волосами, у него на голове какой-то горшок стоит. Серапис. Понимаете? Ну то есть змей, бык, Апис это египетский бык, а Сер это змей. Мне нравится, да. Представьте, как к англичанам обращаются: пожалуйста, сэр, то есть, пожалуйста, змей. Вот они, ну, они-то понятно, что они слово сар, они произносят, но они все ломали язык, у них на 80% язык арабский, у англичан, ну, у тех, кто населяет сейчас вот эти острова. Ну, то есть основной остров. Я не говорю про Шотландию, Ирландию, это наши люди. В общем, и он придумал эти самогонные аппараты. Вы представляете себе, надо было гнать пиво, так вот был керамический самогонный аппарат. Был каменный. Он, кстати, каменный аппарат мне показывали на Кавказе. Ой, ему не знают сколько лет. Но каменный, самогонный, из камня, там все как положено. Был золотой, естественно, был серебряный, был медный, был бронзовый, там еще какие-то... потому что, в общем, потребность-то была большая, а потом шумеры раскусили еще что к чему как. И был деревянный, вы представляете, японцы, вот свою саке они гнали, вообще там интересная технология, они гнали в деревянном самогонном аппарате. Это очень тщательные люди, это инженеры великолепнейшие, и у них не терялось ничего. Ну, там долго рассказывают, поэтому... В общем, для того, чтобы было понятно, вот помните змеевые валы на Украине? Это было как раз славяне протянули 2000 километров валов, которые не могли бы люди сделать. Тогда не было такого населения у славян, там где-то примерно около, ну, в общей славянской в Европе было около 20 миллионов, если не меньше, 15, я бы сказал. Так вот, такие змеевые валы протянуть, там фотографии, там посмотришь, там устройство, дай бог, там бульдозерами не отработать. А это, говорит, змей пролетел, вырыл этот, ну, ров. И взорва, вся земля летела туда, вот, на вал. Все. А потом, значит, Никита Кожемяка по просьбе царя Киевского, откуда в Киеве царь, сказка христианская, так. Ему 5000 детей из Киева маленьких. Пришло Никиту Кожемяку, плачет, уговаривает, он пошел змея запряг. Я представлю, как бы запряг он змея, у которого аппарат называется «Огненный орел».
там две расшивы и земля пополам. Это не шуточки. Ну ладно. Он спахал вот эти змеевые валы, значит, и змея утопил. Ну, таких легенд много, в общем, все. Я просто говорю, что сейчас у нас уже прошло почти 12 тысяч лет после последнего потопа. Каждые 12 600 лет нас ждут катаклизмы. Поэтому знать, что, какие были боги, что они делали и как они делали, и какому богу в этом случае молиться, ожидая катаклизма планетарного масштаба, это надо подумать. А он сидит на Байкале, у него база там в Байкале. Дача, скажем так, царь морской. С ним всегда можно договориться, он на нашей территории, если уметь договариваться. В общем, я, по-моему, все сказал, а дальше просто буду, давайте, это самое, мне будет лучше, если мне будут задавать вопросы. Ответов у меня много, прошу. Ну что ж, переходим к вопросам и ответам. Первый вопрос поступил от Клима из Переславля. Развитая цивилизация должна владеть термоядерным синтезом или аналогичной технологией, когда получение любого вещества в необходимом количестве. Зачем эти сложности с добычей, с рабами и прочим? Хороший вопрос, он правильно мыслит. Там дело вот в чем. Дело в том, что у нас и до 400 тысяч лет назад там был какой-то очень интересный промежуток, ну, лет 1500, наверное, да? Никого не было на Земле. А вот до нас были рептилоиды тоже. Почему они создавали всегда людей, ну, точнее как, рабов? Давайте прямо говорить. Я не знаю, как мы выглядим, я вижу. Как рептилоиды, ну, примерно там есть. Но были рептилоиды, это же вот знаменитый американский писатель, археолог, палеонтолог, который раскапывал этих динозавров, и он нашел точное сходство по объему мозга, он начал подгонять, и по, так сказать, по возможностям двигательного аппарата, и он понял, что это были, в общем, ну, мягко говоря, умные люди. Ну, только немного вид у них был такой страшноватый. Ему все запретили, книги запретили. Он 10 изданий издал и удрал на Канарские острова. И там так это самое. Он был. Ну, во всяком случае. А потом еще были. Вы не думайте, что все там, скажем, вот 2000 лет тому назад Христоса создали, придумали, и все. А больше цивилизации не было. А, нет, простите, была. 5000 лет тому назад была, так сказать, это самое, какой-то. Как же его, ой, господи, прости, имя-то ему Наа, и жена у него была Сара. И потом они сразу же, как только Бог их создал, библейские люди, 5000 лет назад их Бог создал, там за 7 дней, так сказать, землю и планету, небо и да все такое прочее. Это называется абзу, потому что в русском переводе это длинно. Значит, и везде было темно, стояла везде темень, и не было ни моря, ни океана, не было ничего, и дух летал над бездной вод. Вот дух летал над бездной вод, называется абзу. А понятие абзу в шумерском, все крестятся сразу от страха. Что это такое? Это предрождение Вселенной. Так вот, значит, я говорю о том, что мы не знаем, что было. Вот я могу конкретно говорить о том, что было 400 тысяч лет назад. Мне не так давно попали, ну, так скажем, документы о том, что такое Нижний мир. И, во всяком случае, это не ад. И там очень интересные данные, все. Всегда нужна была энергия. И, я понял содержание вопроса, что давайте автоматы роботов создадим, да, и это самое. Так сказать, они будут копать, а все будут остальные пить самогон и, так сказать, радоваться жизни и все такое прочее. И пить это самое белое золото, жить по 1000 лет. Но я говорю, боги жили по 60 тысяч лет. Правда, они что делали? Я вот просто скажу, а потом уже, чтобы еще дальше добить уже. Значит, они что делали? Они брали женщин, но были женщины. Они создавали и женщин. Так сказать, они делали им, ну, как бы назвать,
ребеночка, когда ему исполнялось там около месяца в животике у мамочки, они брали специальный, ну, аппарат, он все простой, честно говоря. Ну, трубочка, да? И себе в вену вставляли, и ей вставляли туда куда-то. Узнали, куда вставить. И выкачивали все себе. И вот это у них было. Я нигде этого, кстати, не писал, потому что, честно говоря, это у шумеров написано, это в сказках даже есть там описано. Это очень, ну, нехороший, сейчас могут его использовать. Поэтому тонкости я не говорю. Если кто-то другой скажет, так и ладно. Это, во-первых. Во-вторых, боги, я еще раз с самого начала говорил, они прилетали сюда на определенный сар. Сар – это период. Вот прилетели, там, грубо говоря, 1000 лет поработали, скачали сколько на золото, все, улетели. Что там люди будут делать? Воевать, драться, они воюют, дерутся там и все такое прочее. Им это было неинтересно. Во-первых. Во-вторых, все эти аппараты 100 раз уничтожать. Вот после того, как они ушли, ну, будем считать, 2000 лет тому назад, был такой бог Нинурта, он считается сыном вот этого дракона. Так вот, он был оставлен с несколькими богами на зачистку территории. Они постоянно, раз за разом, это в индийских ведах, в наших, точнее, ведах, потом в индийских ведах уже, ну, русские-то сели на Индию, японцы, это часть нашего суперэтноса, ниппон, они сели на Китай, долго им, не понравилось долго идти до Индии, они сели на Китай. И от китайских женщин получили себе кривоватенькие ноги, но головы остались у них мужские, ум у них остался мужской, а вот внешний вид, да. Так вот, значит, там очень четко рассказывалось, начиналось сразу все, мгновенное уничтожение. Вы в Индии, если помните, вот кто читал, вообще занимался индийской, так сказать, религиозной составляющей, три поколения богов, не три поколения, точнее, а три формы божеств, да, сначала были одни, потом они все раз куда-то исчезли, вторые пришли, потом Индра пришел, Вишну, Кришну, вот эти последние, все, и они где-то так вот, потом Будда пришел, наконец. Вы понимаете, что это связано с определенными, так сказать, вообще изменениями в людском обществе, все, во всем, и все время все это связано с уничтожением. Пришли коммунисты, и к чертовой матери давай все уничтожать. Ну, сначала банк уничтожили, чтобы деньги вынести. Вот. То есть, у них были, я вообще честно скажу, вот, отвечать на эти вопросы, это вскрывать тайны, которые я-то знаю, а черт его знает, кто слушает. А сейчас слушает он библейские люди или америкосы. Они быстренько что-нибудь придумают. Но были, я вам говорю, что были устройства, из которых просто золото. Вы представьте себе, как легко, в принципе, разложить золото на атомы. Там никаких нет примесей, ничего, как в уране-235. Или там, как, что там еще, там, этот самый, господи. Ну, не знаю, там ядерные все эти, не ядерные, а атомарные, как они, металлы урановой группы, в общем. Они золото, а золото ничего собой не представляет, кроме того, что у него очень упорядоченное такое кристаллическое состояние самого золота. Оно легко разлагается, дает бешеную энергию. Но я могу сказать, что вот монета в рубль, но там было другое приведено, что сикель, это поздняя уже шумерская монета, она весила 40 грамм, значит, очень дорогая монета, 40 грамм серебра, а сикель серебро. Вот, кстати, сикель кыз, это девственница, чистое серебро. Так вот, значит, она давала в течение года. Вот такая монета, ну сколько она там диаметром, я не знаю, ну не рубль, конечно, ну как 5 рублей современных. Вот она давала на год, на 100-тысячный город электроэнергии. Пожалуйста, дальше. Владимир Николаевич, здесь просто еще есть тогда уточнение. Если мы будем так долго отвечать на каждый вопрос, то мы до утра не успеем. Все, я понял, поэтому...
Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, правда ли то, что пришельцы, награбив золото, пытались улететь прямо вместе с нашей планетой, но двигатель взорвался из-за этого? Ось Земли получила наклон вращения. Не знаю, откуда Владимир из Мытищ, я его третий раз слышу, откуда это получил, с Землей лететь было нельзя. Для того, чтобы это не, я нигде не читал в своих этих самых, и улетать незачем. У них есть на чем улетать. Но вообще улететь, например, из солнечной планеты, из солнечного пространства, это невозможно почти. Американцы нам фейк лепят о том, что у них вот этот пионер, там они забросили, значит, пионер, там все равно должен был Юпитер там сфотографировать, то да все, и выйти за пределы солнечного, так сказать, солнечного пояса и уйти в космос. Нет, он загибаться начал. Он поворачивает, он просто будет одним из там из камешков, которые это сам. Никакой там инерции, ничего не хватит. Вот. И Землю не утащить, не утянуть. У тебя готовится... вот, Владимир Измитич, скажу, готовится утянуть Луну. Она сама улетит, это искусственное тело. Они сейчас раскачивают Венеру, готовя Землю уничтожить. То есть произвести полное, нам обещана полная стерилизация вообще планеты. Полная стерилизация – это Марс. Это будем лысые, голые, каменные. Все. У нас, ну, вероятнее всего, что те эти скачают электронные паспорта наши. И утонут. А Венера раскручена сейчас, там катализаторы включены. Страшно, там месяц такая химико-физическая составляющая, просто ад. И вот туда на Венеру у нас. Кстати, алтайцы, что интересно, они вот сейчас, кто-то им это сказал, что будем на Венере, и вот эту гору Белуху, Уч-Сумеру, они называют Венерой. Я говорю, вот Венера, вот мы там будем, вот все такое прочее. Так что вот так. Хорошо. Как раз подошли к следующей музыкальной паузе. Давайте 4 минуточки отдохнем и продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 17 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 16 день месяца пробуждения природы 7524 лета четверик. Древние боги Евразии, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев. И мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые поступают в чат Народного славянского радио. То есть вы заходите на сайт Народного славянского радио, так и пишут в любом поисковике. Народное славянское радио. Открывается сайт slavmir.org, и там ищите слово «чат». После этого регистрируйтесь, один раз придумав все логин и пароль, и не забывая его, потом пользуйтесь постоянно. Общайтесь с друзьями, задаете вопросы в эфир, если у нас идет живой эфир. Если вам нужно задать вопросы вне эфира, то в этом случае есть форма обратной связи. Там можно задать вопрос, касающийся работы радио, касающийся каких-то тем, ну и так далее, предложить что-то, участвовать. И все, что с этим связано. Вопрос эфир в студию от Андрея из Екатеринбурга. Правительства стран для богов сильных сейчас собирают золото или нет? Нет. Я должен, кстати, сказать, что вот Ротшильд и кто там еще второй есть там? Рокфеллеры, Морганы. Ротшильд, Рокфеллер, вот да. Ведь, в общем, фактически все золото, которое было в Форте Нокс, 8 тысяч тонн, оно уже у них. В Форте Нокс что там лежит, я не знаю. Туда не допускают посмотреть, проверить. Они, да, действительно, они, понимаете, они как легендировались о том, что вот у них бог, вот этот Ягве, и все такое прочее, что они там ему должны подчиняться, что вся планета им принадлежит, в общем, все такое прочее. Они, да, думают, что это... То есть они говорят, что это золото, да, будет передано богам, вот, за все вот эти, сколько их нету, там, скажем, 2000 лет,
значит, вот оно будет передано богам. Но я не знаю, что там они говорят. Это я их язык не знаю, я не читаю, естественно, нет. В общем, мне наплевать, потому что я знаю, что это все... Мне как нравится слово «фейк». Да, значит, когда... Кстати, дракон улетел, значит, где-то примерно в X веке, покинул Южную Америку. Там, помните, Чичен-Ица, колодец. И туда индейцы ходили до прихода, 400 лет ходили, и носили, бросали туда раз в год золото. И еще кого-то там золотым песком, так сказать, обмазывали женщину там или мужчину и бросали как жертву. Но в основном они бросали. Туда сейчас 200 лет уже работают американские драги. Там она очень такая, не то что глубокая, она кривая. Такая очень крутой наклон. И вот там, представьте, сколько скопило золота. Никто не говорит, что они там достают, где в изделиях или как, сколько, чего, все. Вот. Так вот, они 400 лет, индейцы, сбрасывали туда золото. Я знаю на Алтае, что как только все, в 10 век, это очень страшный век, долго рассказывать, все, но алтайцы носили золото. Кстати, у нас плавильная мастерская стояла вот по линии, по которой это вдоль Уральских гор, туда уходило в Казахстан, это вот где Аркаим. Но Аркаим это не сам вот этот город, который откопали, это поселок в 10 километрах, Аркаим. По его, как обычно, археологи, вот по нему назовем. Ну, это такая всегда, вот я говорю, ну, не умеют люди работать, ну, зачем берутся? Как он назывался, найдите, ну, а кто будет искать? Никому не охота, и не будут они искать. Так вот, это ряд, это были плавильные мастерские. Там у них были выработки колодцы. В общем, я буду говорить о том, о золоте. Наши сейчас, вы прекрасно знаете, зачем, скажем, Россия собирает золото. Мы рано или поздно завалим доллар. У нас будет своя валюта, все Центробанк снесем. Я бы его бульдозером снес, чтобы не мучиться. Знаете, как в том анекдоте. Чапаев уехал в командировку, там приезжает, спрашивает это самое... у Петьки. Петька, происшествия были в дивизии? Да не, Василий Иванович. Только Фурманов палец порезал, я его пристрелил, чтобы не мучился. Вот в таком духе. Золото собирается ни в коем случае не богам. И они никогда не потребуют. Если они сейчас не требуют себе поклонения, значит, и не требуют себе приносить, так сказать, это самое, дань. Кстати, я просто ворвусь таким... Со мной часто, ну, как часто, консультируются эти наши черные копатели. Говорят, как, где, чего, как ориентироваться. Вот я говорю, найдите алтарь сначала. Найдите алтарь. Круглый алтарь – это алтарь быка. Вы там золото не найдете, потому что он ее прячет в воде. А вот если будет квадратный алтарь, алтарь дракона, он не квадратный, он такой прямоугольный. Вот как у нас этот самый мавзолей. Ведь строили мавзолей евреи, его так спроектировали, все такое прочее. У нас в центре страны стоит алтарь дракона. А чуть-чуть в сторону герб города Москвы, это Георгий Победоносец убивает дракона. Ну, что-то в этом есть? Во всяком случае, отвечаю на вопрос. Золото мы собираем для себя. Боги, если надо, они придут. Если надо, возьмут, да. Хорошо, следующий вопрос от Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, белое золото реально получить или оно кончилось? Владимир из Мытищ, с полным уважением к вам, я говорю, что реально. Я вот сейчас последнюю книгу написал, там описал полностью всю технологию, как получить, кроме двух технологических тонкостей, температура и магнитная составляющая. Это элементарно. У нас несколько установок в Новосибирске стоит. Это нужна установка. Помните, искали это самое, как поймать плазму, сотворить сначала плазму, да, типа солнечной плазмы, высокотемпературной такой. Это сейчас это всем колхозам делают во Франции почему-то. Хотя наши изобрели установку плазменную. Она не удерживается, она сверкает в этой установке, все, она там доля секунды. Но температура огромная, конечно, выше солнечной. Вот. А значит, во Франции хотят там вокруг нее развернуть такую магнитную, электромагнитную такую катушку, чтобы ее удержать, а потом эта плазма, значит, будет греть воду, они пар будут получать, и пар пойдет на решетки, на лопатки турбины, будет электричество. Ну, дурдом, ну, полный. Это как вот та же самая, которая сейчас на Франции, в Бельгии этот
как он, нейтронный коллайдер. Ну, дурдом. Вы понимаете, что то, что они хотят получить, это описывается тремя буквами. А, Б, В. Им надо получить колебания, частоту колебаний, и все, больше ничего. А, с этими учеными, они, вы понимаете, что люди сидят и гребут деньги, больше ничего. Ох уж эти ученые, да. Как вспоминается. Белая жена, вот я ответил, я надеюсь, что пусть он напишет, что ответил. Все можно, есть установки, есть золото, его может даже не в смысле не вот этого золота взять, они брали это песок. Песок, обязательно песок. Просто накупить колец, накупить там, ну, чтобы не было ничего, просто колец накупить, положить там, я не знаю, в каменную какую-нибудь чашку, навести этот. Все. Ну, только я говорю, что я никогда не скажу, какая температура и что нужно еще с магнитной составляющей. Все, белое золото, пожалуйста, пейте. Дело в том, что это... Почему? Вот я скажу Владимиру. Никто не потратит деньги и не вложится в это дело, потому что это проверяться будет 100 лет. А кто скажет, о, я зачем мне 100 лет? Давай завтра. Белое золото, так мы муки можем насыпать, сказать, на, иди, вон, как евреям говорят... Это рассыпано было, это белое что-то там такое рассыпано. Они услышали белое золото, по пустыне бродили, что же они не померли. Вот они там собирали, это не маца, как-то оно там называется. Манна вот, небесная, это, да. Да, с намеком то, что это белое золото. Можно все получить, но это на 100, 200, 300, там можно просто 1000 лет устают. Вот этот индийский царь Ашока, который принимал, да он устал, у него уже старший сын, это самое, говорит, я тебя свергну, батя, ты уже надоел, я хочу поправить. Он тогда сказал, давай каменную ванну, наливая масло, разделся, зашел, поджигайте, все. Ты уже устал. Ой, давайте дальше. Давайте дальше. Так, следующий вопрос опять из Владимира от Мытищ. Владимир Николаевич, запасы нефти оставили нам боги или это естественный природный процесс? Это протоплазма. Никакие боги не оставили. Там интересно, вот он хороший вопрос задал. Это протоплазма. Сколько было за миллиард лет, представьте себе, никто не использовал. Только вот наша, вот сейчас наша цивилизация, это пятая цивилизация в последние 100 тысяч лет, она использует нефть и газ. Никто не использовал. Использовали эти самые шумеры только для того, чтобы лечить. Вот мы дёготь использовали для лечения, 20 болезней, а они использовали нефть. Это везде у них там, эти самые, прочитаешь рецепты, ну, там все смазать нефтью, приложить лист такой-то, вот все выпить пиво горячего. Нефть, я скажу, я сегодня обдумывал, сказать, не сказать. Вот Владимир из Мытищ, я чувствую, что он профессионал, и где-то он работал. Да-да-да, он не просто так здесь. Ну да, я не думаю, что он просто так сидит там, где не говорят. Так вот, весь Аравийский полуостров, это когда-то была глубокая, глубокая впадина морская. И ее просто взяли и засыпали песком. Я говорю, что вот он, инхумы, загружает песком в море. Но надо сгладить в одном месте, добавить в другом месте. Антарктида то плавится, то, так сказать, замерзает. В общем, там, это, знаете, как, кто ездит на машине, тот знает, что надо набить на эти самые, на диски на колесные, где там свинца кусочек, чтобы не было какого-то биения. Вот то же самое, земля то же самое, не надо, не ищите никаких суперсложных, все просто. Так вот, там на месте Аравийского полуострова была впадина, она была где-то, наверное, километра 3, если не 5. В всяком случае, они бурят сейчас на 5 километров эти саудиты. Это, а нефть вся находится в песке. Там песок, 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 песок. Там уже он в песчаник, это самое где-то. Они прям нефть выкачивали. И песок, и туда, и туда, и туда, и туда. У саудитов кончится мгновенно это все хозяйство. И они там пусть не петухом себя не ставят, петухов там, этот самый, как там есть этот какой-то петух, у которого хвост раскрывается там очень красиво. Это все туфта. Наши тут какие-то, пятая колонна, говорят, нам на 18 лет нефти. У нас нефть, море, но ее, в принципе, надо уже переходить на автономные, они есть, на другие, то есть на альтернативные источники питания, потому что нефть – это протоплазма.
от миллионов тонн остатков, вот этих гнилых остатков растений, животных, людей, все, что хочешь, рептилоидов, евреев и так далее, и так далее. Вы понимаете, что не остается в земле, все с водой выходит потихонечку, потихонечку в реки, из озер, из прудов, все равно по тоненьким каналам, там оно протекает в реки, реки текут в моря, моря соединяются с океанами, и все, и, так сказать, там нефть. Там же нефть, это не получение нефти, это не высокотемпературное, это наоборот, очень медленная, холодная возгонка такая, чтобы из протоплазмы получилась вот эта нефть. Вот это почему я могу сказать, потому что обратный процесс получения чего-то из нефти, это горячая возгонка. Все, значит, нефть, она создается холодом. Если мы так долго на каждый вопрос будем отвечать, то, я думаю, передача у нас продлится не только до утра. Дальше. Следующий вопрос от Михаила из Москвы. Интересно спросить у Владимира Николаевича, как, по-вашему, в то время происходили коммуникации? На каких языках происходило общение? Ну, я его исследовал, я написал несколько книг, это протоязык. Я его исследовал очень, там могу сказать Михаилу, что это где-то 15-20 лет я занимался, и сейчас до сих пор занимаюсь, и еще мне не хватит времени, чтобы до конца все пробить. Протоязык, слоговый язык. Сначала было просто один знак, одна буква, ну, вот как иероглиф, он обозначал полностью понятие. А потом вот протоязык, когда они пошли, слоговый язык, вот борода, золото, это же описание целого процесса. Вообще борода, это в смысле родился, Бог тебе наградил, он волосками здесь. Все, дальше работа, а там дальше да, алтарь. Ты лежишь там с седой бородой, все, ушел. Но дом сделал, дом, дерево посадил, ребенка родил, сына родил. Вот. Вот. Поэтому общение у них, я говорю, что общение у них может быть на радиочастоте, вот эти и работали. Но я знаю, что да, у них было звук, звук и это самое, и свет. Потому что, например, вот тот же город Эльдорадо, который ищут, сколько они ищут, там, не знаю, там говорят, золото, там золото, золото. Нет. Это как раз артикль дракона, вот Кецалькоатля. А до-ра-до, до это ракета. И звук такой низкий, до. Ну, вот, помните, это же ведь не просто так придумали эту ноты. Ра – это свет. До-ра-до. Звук, свет, звук, свет, звук, свет. Вы понимаете, вот когда вызывают, давай неси на алтарь. Вот села ракета, ну, я там, не знаю, там не наша ракета, она как видом, как колокол. Это как раз немцы создали перед самым концом войны колокол, наконец-то дошли. Им там осталось 5 секунд, 5 минут, и они бы создали этот летающий аппарат. Она видом, как колокол, она весь на рисунках. Вот это самое. Ну, там даже, как вам сказать... У них, естественно, что-то было на радиосвязи. Ну, этих нет препаратов, и нигде нет. Он просто, он говорит, тот сидит где-то на той стороне земли, он пришел, сумочку поставил свою, вынул оттуда инструмент. Ну, сама сумочка называется ме и инструмент. Ем, снаряд. Ем вынул, поставил и разговаривает. Бог не Нурт, а разговаривает с Богом Асагом. Асаг такой-то был тоже уже полубог. Они зачищали землю. Вот как они разговаривали, я не знаю. Честно говоря, ну, я сделал, вот у меня последняя книга, сборник рассказов. Там написано самое ГРУГШ ВСРФ, отдел 0065. Истина секретов не имеет. Вот один рассказ я сделал, каменные телефоны. Это вот эти вот то, что типа Стоунхенджа сооружения, это были каменные телефоны. Это все я тоже исследовал не один год. Это за счет колебания. Ну, как вот, как колеблется... ой, господи. Вот, знаете, настраивают эти музыкальные инструменты... Метроном имеется в виду?
Да, 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 с двумя рогами. Вот это. Метроном. Метроном. Вот под метроном колебания, они как метроном работают. Почему два рога? Почему там все время по два у них было? И вот это вот, я не знаю, как эта структура работает, но она работает. Вот это вот для связи подводных лодок, вот это использование колебаний, это все, это элементарно. Там воткнул штырь в землю, и тебя там этот самый тайфун запросто ловит за 10 тысяч километров в воде на глубине 500 метров. Все дальше. Хорошо, следующий вопрос. От Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, наши боги, получается, приложили все силы для ликвидации этих межпланетных пиратов и их логово в Эдемском саду. Почему не удалось на 100% выкорчевывать искусственно созданную копию человека? Немножко не помню. А, сейчас, я прошу прощения, не метроном, камертон здесь поправляют. Да, камертон, да. Камертон. Метроном это то, что щелкает. Да, а да. Камертон. Да, да. Камертон. Разобрались, вспомнили совместно. Благодарю всех. Итак, почему же все-таки, если это так, то не выкорчевывать искусственно созданную копию человека? Выкорчевывают. Будет. Вот Великий потоп 12 тысяч лет назад, ведь он был создан, собственно говоря, искусственно. Это сейчас говорят, что вот прецессия Земли, там то да сё, наросла эта самая большая ледяная шапка на Антарктиде, Земля, так сказать, тормознулась. Это да, это действительно вот прецессионный ход Земли, ну как это во всяком случае исследуют, каждые 12,5 тысяч лет назад вот какой-то потоп или что-то, а каждые 26 900 лет происходит кувырок Земли, полюса меняются, тот будет, юг будет наверху, а север будет внизу. Да, это так происходит, по крайней мере, пока по известным документам, но это еще не все. Так нельзя, это один источник, а Владимир Измытич должен знать, что в разведке три источника. Тогда да, тогда все можно, вот это самое, можно сказать да, можно согласиться, это доказательно. Вот, но одно из доказательств того, что, например, арабские карты, у них юг наверху, где у нас север, а у них юг наверху. Но они древние, они с древних карт переписывали, перерисовывали, представьте себе. Вот поэтому тут... Но то, что землю будут стерилизовать, это уже все. Это. Я могу, если бы Владимир Измытич был, скажем, он бы знал этого товарища Савина, сейчас он генерал-лейтенант, или там, так сказать, о подразделении 10003, ну... Я бы сказал, где можно это узнать. Это можно. Ну, знаем мы его лично, общались. Ну вот, я говорю, я знаю, куда поехать и с кем встретиться и у кого узнать. Это же у меня в книге, вон, пожалуйста, написано, с кем встретиться. Но никто на это, кстати, никто не реагирует. Ну, не надо. Я что? Это, видать, карма уже. Ну что ж, не будем затягивать. Следующий вопрос от Владимира из Калуги. Вы сказали нашего бога быка. Нашего – это вы о ком? Сейчас, вот я не это самое, я не христосовец, я язычник, если уж так говорить. Вот я верую в Бога быка. Все. Он вытеснил, он сейчас владеет всей планетой. Ну почему бы нам в него не верить? Он нам плохо не делает, он нас не заставляет, так сказать, деньги там класть на это самое, в кружечку, он не заставляет покупать это. Свечечку, которая не успевает догореть, ты только ее поставил, это самое, вроде говоришь, бать, прости, я вот там покойник, царство небесное. Они уже свечку забирают. Понимаете, мне уже, ну, в общем, не будем. Так вот, языческий бог, он все праздники, это все языческие праздники, кстати, праздник быка, вот Пасха, это, кстати, праздник быка. Есть Песах. Евреи говорят, что Пасха произошла от Песах. Песах – это печь бога Саха. Сах отмечен такими мощными топонимами. Сах-Ара, республика Саха-Якутия, Сах-Алин.
Он по земле вот так вот линия отмечена. Это очень древний бог, которого потом переименовали египтяне Гор. Это сокол, бог смерти, который провожает. Так вот, Песах, печь Саха, это все, это, ну, конец. Там. Есть еще одно, Перу, печь крови, но там производили людей. А Песах, он, так сказать, мягко говоря, их упокаивал. Когда эти самые англичане там говорят, вот Кир, там какие-то войска, 20 тысяч человек, они пропали в пустыне, давайте поищем. Раз, нашли в пустыне, где-то там на краю Сахары, недалеко. Кости, 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 кости. И они думали, что, знаете, как они будут все в римских таких одеяниях, там бронзовые эти самые у них будут, ну, бронирование, все там, и такие эти, ну, копья, луки, лошади, колесницы, да ничего. Вот как раскопали, вот помните Роланд, песню Роланда французская, там что ты, вот он, пион Роланд запел и пошел куда-то в это самое. Раскопали они могилу, там, да, действительно, была битва. Это там где-то 800 лет назад, когда битва была, она там, песня Роланда, она, это классика. И что? Там дубинки, в которых, так сказать, отверстие просверлено, свинец залит. Какие-то эти самые каменные, там, грубо говоря, штук 5 нашли этих, более-менее, ножей каких-то медных. Или... Когда это оружие было? Ну, во-первых, мне кажется... Что так, я не договорил там? Во-первых, мне кажется, нельзя так судить по веку, если нашли какое-то кладбище с пробитыми головами, дубинками, да и с чем там еще внутри, со свинцом, например. Бывает же, к примеру, драка бытовая, бывает драка международная с применением какого-то более серьезного оружия. Если... Ну, там 20 тысяч костей нашли. Да ничего вот. Страшного, собрались ребята, не договорились, ну и друг друга отметили по полной программе. Мне как-то это, знаете, это вранье уже достало. Что-то я не ответил, Владимир, что-то вот никак не соображал. Так он просто хотел уточнить, так наш бык-то это все-таки о чем? Вы-то кто, если говорите, что это ваш? Он говорил, насколько я понял, Владимир сказал, что, ну, своим вопросом, так, насколько я уловил, он хочет сказать, что бык не относится к его богу, а он к быку, к богу быка не относится. Ну, бык, Баал вообще его имя, там, бог бык. Есть, значит, Баалбекская веранда, Баалбек, Баал повелитель. А в Крыму есть Беэльбек, Беэл повелитель, дракон повелитель. Это Бельбекский аэродром. Они же не понимают, что там было расположено в Крыму. И я, в общем, не рассказываю, это не моя территория, как бы так. Хотя я знаю, что если серьезным людям дать, там одна только, там этот курган, Коктебель, что это такое. Вот, ну ладно. Наш бог-бык, почему он наш бог-бык? Вот я вятич. У нас племенной тотем вообще атакующий сокол. Но дело в том, что наша территория от Москвы до самых до окраин, это огромные были две республики, Новгородская и Вятская. Вот наша территория, она называлась Буулгар. Татарам не надо залазить в эту территорию. Я им в 5 минут докажу, что это наши земли. Буулгар – это быков свободных города называется. Вот это весь полный перевод. Там стояли города, там мы жили, мягко говоря, вятичи. Это когда это было? 1000-2000 лет назад. Во всяком случае, до прихода русских мы нормально жили. Поэтому, когда он взял эту территорию, вот смотрите, это сам Будапешт. На одной стороне Буда, это Бу это бык, отец. Бу это староарабское, Бу отец. Вот, быка-алтарь. А на той стороне реки этого самого Дуная Пешт, нож. Вот там резали, так сказать, жертвенных животных, перевозили через реку, а там славяне все это были. Вся Европа – это славяне. И вот на быка-алтарь обязательно надо было через воду перевести, потому что он водный, так сказать, повелитель, он тот самый, амфибия. И с этих амфибий, пожалуйста, вон недавно в Сибири мне позвонили, специально нашли, это самое, захоронение, не могут спрашивать меня, что ты на это скажешь. А нашли, значит, ну, там, скажем, 10 поселений таких, знаете, полуподземных,
просто в земле выкопана эта самая ямка, она накрыта такой крышей двускатной, ветками там все. Это что-то такое, уже не это самое, такое, как они там, андроновцы или кто еще называется. И вдруг, значит, ничего, везде очаги, 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 и вдруг, значит, под одним очагом, под ямкой, представьте себе, ямка для очага, так вот под той ямкой еще лежит трупик, ну, кости ребенка. Кости ребенка, которому там год. Самое, ну, чуть больше, может быть, чуть больше. Так, нигде больше нет, а там, я понимаю, под порогом, я понимаю, да, под этим самым, захоранивали, стариков захоранивали там под полом, ну, чтобы рядом были. Тут кости ребенка, причем самое, что смешное, у ребенка два ряда зубов, как у акулы. Я говорю, ребята, это все просто. Это племя приказало, ну, никуда, чтобы не выносить, сами забейте ребенка своего и захороните. Это очень плохо, это, ну, дух, так сказать, и все. На самом деле он, этот ребенок, амфибия. Вы понимаете, что сколько ходит о том, вот там-то есть такой город Сусуман. Водные люди, Су-Су, люди воды. Ну, знаете, дуракам рассказывают это самое там. Понятно. Да, поскольку здесь не дураки, то не будем растягивать, и перейдем к музыкальной паузе. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 17 марта 2016 года четверг, по одному из старинных 16 день месяца пробуждения природы 7524 лета четверик. Древние боги Евразии – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев. И мы отвечаем на вопросы, которые нам задают радиослушатели в чате сайта Народного славянского радио. Славмир.орг – это сам сайт, а найти его можно в любом поисковике, набрав «Народное славянское радио». Дальше слово «чат» ищите на сайте, нажимайте на него, регистрируйтесь один раз на всю жизнь и становитесь полноценным пользователем. Общайтесь с друзьями, задайте вопросы в студию во время эфира. Продолжаем. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Хотелось бы узнать у Владимира Николаевича, что он знает про золотые кони Мамая и Золотую Орду. Ну, Золотые кони Мамая. Там очень интересная история. Я в 2010 году выпустил в Санкт-Петербурге книгу. Это первая из трехтомника, должна быть русская сага «Ушкуйники». Тут же издательство «Вечер» Ушкуйники, да, там знаменитый набег, который описывался в летописях, на Саркел. Саркел – это Эль-Сарке, царская могила. Там, что называется, летовали Золотая Орда. Там, по легенде, там стояли в натуральную величину золотые кони. Кто-нибудь представляет, сколько они могут даже пустотелые весить. Вот эти наши ушкуйники обеих коней схватили, значит, потащили на своих ладьях, ну как, не знаю. Ну, короче, потом утопили. Это написал другой писатель на это самое, и, в общем, тоже под названием «Ушкуйники». Ну, я позвонил, говорю, ребят, ну вы что делаете? Ну, посмотрели бы, оно давно лежит, там в 2012 году они выпустили. Но это не суть. Это легенда, легендирована. Кони не относились к божественным сущностям. Вот вообще татаро-монгольского ига не было. Разделение на вот эти орды — это, в общем, письменное разделение в определенном смысле. Хотя в сказках, когда встречается, значит, героя спрашивают, какой ты орды, какого ты рода племени. Понятие орда, орднунг по-немецки — это порядок, да? А понятие орда — куда ты носишь. Ор — это золото непереработанное. Да — это алтарь. Куда ты носишь на алтарь золото. Вот если вот я сейчас живу под Тулой, я бы сказал: Тула,
там был такой огромный алтарь, там очень серьезная структура Тула. Там, вот. То есть, куда ты носишь, тебя спрашивают, куда ты носишь? Золотая орда, тут золото носишь. Синяя орда, ты там носишь медь. Там еще какая-то была белая орда, там ты носишь, ты гоняешь скот. Так, чтобы, скажем, в тысячном стаде кобылиц, не в тысячном, они все увеличиваются страшно сильно. 100 кобылиц, ну, потому что кобылица почему? Потому что она рожает, все время приносит, так сказать, деньги, мясо и кумыс. Вот. Обязательно должна быть одна белая кобылица. Ну, и красили ее. Потому что получить белую, это очень сложно. Это могли марийцы только сделать. Марийцы, кстати. Эль-Мари было государство, не государство, а территория между Шумером и Египтом. Они занимались как раз вот разведением домашнего скота, выведением и все такое прочее. Там очень интересный факт, когда Федор Иванович, после Грозного, сын его такой, слегка помешанный, венчался на царство, то впереди процессии бояр, воинов там и всяких шел белый бык огромный. И он подошел к царю и преклонил колени передние. Вы представляете, как надо было быка, чтобы он... Ну, его, правда, зацепи вели с двух сторон, но вот самое. Вот почему, мне спрашивают, говорит, а почему у нас бык, бык? Вот он, белый бык, священный. Акбул, белый бык, священный бык. Вот потому что мы тогда верили до того, как вознесенный на древо вдруг тут над нами заколыхался, затрепыхался, мы верили в белого быка. Вот таким образом. Хорошо. Следующий вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Какие животные на нашей планете изначальные? Какие животные были привезены сюда из других миров? Не было из других миров. По идее, вот уж, естественно, для Владимира из Мытищ я отвечу. Это очень, как сказать, очень сложный даже философский, физико-химический, биологический вопрос. Говорят, что, скажем, бог этот самый дракон, Энлиль, прилетел из пояса Ориона, а это, значит, из Сириуса. Это самое. Я не знаю, честно говоря, хотя, как бы вам сказать, об точного доказательства вот где, хотя на картах, которые потом евреи, кстати, в Ираке похитили, это самое, эти все, разгромили этот музей знаменитый, государственный музей, так сказать, исторический музей в Ираке, они золото, серебро не брали, они брали только глиняные таблицы, рисунки, все вот эти, печати, все складывали быстро, все. А потом уже американцы зашли, вояки, которые охраняли грабеж, собрали золото, все. Вот. Да, но это нужна такая тяга, это такая нужна, нужны такие, это какая-то неизвестная, это самое. К животных, вот насколько я знаю, насколько опять из шумерских, единственное, потому что они ведь переписывали постоянно, и 10 тысяч лет назад что было, скажем, космогония, там, истории, они их переносили сюда в современность, вот 5 тысяч лет назад, 3 тысячи лет назад писали. И, кстати, я должен сказать, что они спрятали, точно я знаю, где спрятали, когда началась резня, когда распад Византийской империи. Они, у нас же был город, который вот сейчас в Цимлянском водохранилище, город назывался Сумер. Это его начали раскопки в 1939 году. И, ну, перед войной все, сказали, все, хорош, надо не прогресс, быстро запускать все. Вот, и город утонул. Сумер, это упоминает эти, Гийом Рубрук и Плана Карпини, которые как бы якобы ездили за 10 тысяч километров туда, в Монголию, в этот самый, в Каракорум. Да врать надо поменьше. Это самое, что, ну, в общем, это другой разговор. Так вот, я говорю, что оттуда они вполне, да, кстати, вообще хороший вопрос, а вполне они могли оттуда что-то, но они там как, они же жили на планете Нибиру. У них там хранилище, у нас хранилище генофонда, только человеческого, я знаю, 3. Вот, кстати, я говорил про Крым. Вот там, как находится хранилище генофонда, элементарно, ну, георадаром прошить, он же должен быть закрыт, скажем, там, плитами. Вся, вот, чтоб Владимир Измытич понял, нас за дуриков держат, когда рассказывают про эти самые, какой длины основания пирамиды, какой высоты, какой наклон.
а ничего не рассказывает о том механизме, который внутри стоит, из полированных гранитных плит, и как он сделан, и как он выложен, и для чего. Никто ничего не говорит. А вот как вот она, пирамида, что, вот так она 147 метров, а вот она там расстояние до Солнца, там, если мы вот умножим, там царский лоб. Я не знаю, у меня все-таки фамилия Дегтярев. Мне просто надо сжать на гашетку. Но по шумерским, так сказать, вот этим всем плачам, по этим, все создавалось здесь на месте. Все создавалось под эту планету, под это все. Но генофонд, вероятно, ну это в чемоданчике привезти элементарно. Вы же понимаете, что это много места не займет. И это все, весь набор... Я говорю, что он был гениальный, этот Энлиль, это был гениальный просто. Что он нас создавал, поезжайте в Испанию, вот поезжайте в Испанию, в город Саламанка, и там на верхнем Нефе, главном Нефе, там все, на, все эти показаны, что он творил, он балдел просто. Он творил людей без одного отверстия, они мучились. Либо она там, значит, творил людей там на копытах. Он натворил... с хвостами. Ну, что он балдел просто. И вот там они на Нефе все вырезаны. И взяли, когда там вели где-то 2-3 года тому назад, вели реконструкцию, весь собор закрыли. Все, ну, в общем, ничего. И там, когда открылись, вот там космонавт. Кстати, ну, космонавт, вот как вот в скафандре, все спускается как бы с собора на Землю. Ну, что, они дурели. Там был... Как раз там была скульптура, ну, полускульптура, да, барельеф этого бога высечен, дракона. А то они хорошо. Его быстрым... Ну, насколько я понял из ответа, то, что животные здесь синтезировались из тех генетических материалов, которые были у них в архиве. И потом просто брались и здесь на Земле создавали, чтобы не тащить с собой откуда-то. Дальше. Вопрос в эфир от Андрея, Екатеринбург. Владимир Николаевич, где можно взять сканы документов и толкование к этим документам? Что-что? Где можно взять сканы документов и толкование к этим документам? Я так предполагаю, что документы, о которых вы ведете речь. Старые документы он имеет в виду? Нет. Что? Нет, Владимир Николаевич, насколько я понял, вот ты все время ссылаешься на какие-то документы. Вот там-то, 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 там-то было то-то, то-то, то-то написано. И вот он спрашивает, где можно посмотреть на сканы этих документов, толкование к этим документам? Толкование вряд ли. Никто не берется. Например, я говорю, пожалуйста, вы набирайте шумерские поэмы, шумерские плачи, все вам выложат, их там штук 15. Они все на русский язык переведены. Другое дело, что толкование, ну, я не знаю, мне надо сидеть так... То есть там, понимаете, как идет, например, 4 стиши идет, потом бац, 8 строк, извините, ведь это же глина, это раз, там самое главное все вырезано. Ну, это другое дело. Чтобы еще, чтобы что-то понять, вот, например, самое лучшее, что сохранилось, это в Сибири и сказки, и эти самые эпосы сибирских народов. Вот Маадай-Кара, этот самый алтайский эпос, якутский эпос, Батун, богатырь стремительный. То есть там все, пожалуйста, но вы поймите, что воображение надо иметь, и для этого нужна подготовка очень серьезная. Ну как, не то что серьезная, но во всяком случае, если, грубо говоря, у вас 10 классов образования, если вы много читали, вы все поймете. Вам не надо будет ни это самое, ни, ничего. Там все есть. Хорошо. Понимаете, ну, ничего тайного нет. Хорошо. Следующий вопрос. Валя Николаевна пишет. Владимир Николаевич сказал, что до нас были рептилоиды. Вопрос, кто это нас, мы, был до рептилоидов? И где были мы, когда появились рептилоиды? И чем рептилоиды отличаются от нас? То есть надо расставить по местам все термины. Кто это мы, кто это нас? Где мы были, когда появились рептилоиды, и чем эти рептилоиды отличаются от нас? Ну, я говорю, что сначала были рептилоиды. Понимаете, мы не кинемся сейчас на миллион лет или там на 5 миллионов лет назад, что было на Земле. То есть, уточняем, сейчас... на Земле были рептилоиды до нас, правильно да. я понимаю? Так, да. Хорошо, дальше. Это было, знаете как, вот этот ученый, я вот фамилию просто вылетела у меня,
американский ученый, который очень серьезно занимался палеонтологией. Он посмотрел на вот этих всех динозавров, и он по объему мозга он понял, и потому как у них, грубо говоря, передние и задние конечности построены, что это были рабочие, так сказать, сущности, они работали. Вы понимаете? Так вот, мы здесь 400 тысяч лет, вот в этом виде, как мы сейчас присутствуем, 400 тысяч лет, все. До нас там была какая-то, я говорю, что-то, какой-то катаклизм был, 1300, на Земле вообще ничего, ну, животные бегали, там трава росла, все, но никого не было. А потом, значит, уже там были рептилоиды, сколько-то они. Они, в принципе, до сих пор они здесь. Это самое, когда был Великий потоп 12 тысяч лет назад, они все попрятались. У них туннели в горах. Дракон, он изготовил великанов, вот, а великаны занимались туннелями, они везде были. Вот, под Кавказом туннели, под Уральскими горами туннели, под Тяньшанем туннели, Памир весь в это самое. Там вообще идут туннели от Памира до Алтая, они идут на глубине 200 метров. Ну, там мы исследовали, смотрели, там колодцы сделаны. Как они назвать их? Вентиляционные колодцы. А их казахи, там, кто там кочевал на этих степях, они их использовали, воду спустят туда на 200 метров. Воду достают, все, вода. И они не понимают, как там это может быть. Вот. То есть рептилоиды были до нас, а потом, вероятно, были опять люди. Вот знаменитая Тисульская находка, которая у меня в книге первой, там протоязык, тайны Евразии. Тисульская находка, это в Кемеровской области, Тисуль, районный центр Тисуль, река Тисулька. Там уголь добывают открытым способом. Там эти месторождения маленькие, ну, скажем, 100 на 100 метров, ну, тут уголь выходит, вот давай для себя котельные, себе баню потопить. Все начали разрабатывать там бульдозером, эскаватором на глубине 70 метров, наталкивается на этот самый, на огромный мраморный саркофаг. Мраморный саркофаг. Ну, естественно, мужики, естественно, все там. Поддели крышку, поднимают, там лежит женщина. В такой... в розоватой жидкости. Ну, у меня все там описано. Буду долго рассказывать, не буду. Ну, короче, вызвали милицию туда-сюда, прилетел вертолет. Прилетели люди, которых, наверное, Владимир Измытич понимает и знает. Все закрыть, все перекрыли, все к черту мать. Люди в черном. Люди в черном. Короче, а потом приехали, а это все в газете пропечатали, газету изъяли. Ну, в общем, там все напечатано, я говорю, я не буду рассказывать. Другое дело, что я связался потом, когда было, это 80-е годы, я связался с, она сейчас, которая была начальник музея, директор музея, она работает сейчас в этой зам, ну, районного там, администрации. Я говорю, было такое дело? Она говорит, я не буду вам отвечать. Я говорю, ну скажите, что было или не было? Было. А вот, нет, все, я больше ничего не знаю. Не знаю, информации нет. Все, ничего нет. Вот таким образом. А приехал профессор, сразу после этого людей собрали, и говорят, 800 миллионов лет назад. Потому что уголь они смогут просчитать, когда он зародился и сформировался как уголь. 800 миллионов, вот что хотите, то и думайте. 800 миллионов лет назад. Женщина в платье лежит, все русское, белое, с прически, все. У нее тут с левой стороны такой, как сотовый телефон, только побольше, как радиостанция, воки-токи. Лежит, все. А они, чтобы полегче тащить, слили эту жидкость, ну, в ведра, правда. Она мгновенно начала чернеть, они быстро раз обратно эту жидкость. В общем, все. А потом все это перекопали, и все, что рабочие там, которые работали, это были зэки из разных лагерей. Ну, там хорошо. Перекопали. Это, я думаю, что уже достаточно информации. Я думаю, люди могут просто, наши радиослушатели, взять и почитать, поэтому это открытая информация. Так а появились-то мы когда? Или все-таки вот мы это совершенно отдельно? Я и говорю, что, понимаете, точно я могу сказать, 400 тысяч лет назад вот мы, люди, в таком виде появились. Каким образом? До нас были создали... рептилоиды. Кстати, я не договорил. Когда был Великий потоп, вы представляете, что было? Есть нечего, ничего. Вал воды 600 метров так прошел. Земля тормознулась, встала на какие-то мгновения. Ведь всех животных сейчас находят там. И людей, и животных, и мамонтов, все они вот так вот, как в мясорубке провернутые все, понимаете?
Ведь надо было что-то есть, те, кто остался, люди в горах спрятались, все. И началось. Каннибализм был жесточайший. Другого выхода нет. Я долго эту тему обсуждал со специалистами. Они говорят, ну, кроме каннибализма нет выхода. Потому что нельзя, вода стоит на уровне километра. В горах. Живешь в горах выше километра, а там стоит вода. Все водяные, там какие-то животные, черт его знает, они тебя ловят, а не ты их ловишь. Там было много чего найдено. Вы думаете, все выкладывают, что находят? Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, и Библия запрещает. Вот такой ответ. Поэтому были люди, потом опять рептилоиды, потом опять, короче, кто победит? То бык, то ли, так сказать, дракон победит, понимаете? Они сейчас, рептилоиды, есть. Их можно встретить. Пожалуйста, возьмите, я сейчас скажу книгу. Вот этого самого, ну, Светлане Николаевне это самое, позвонить. Архивариус, «Война миров», том первый. Там раз такое, там очень большое, в страницах на 10 рассказывается, как из Турции армяне бежали под резнёй, под турецкой. И их спасали рептилоиды в горах, которые в туннеле, там туннели в горах. И там одну, ну, короче, женщину, она старая, она перед смертью рассказала, как все было. Ее вывели там где-то в Турции, в Армении точнее, вы представьте себе, где-то в Армении, в горах, ее вывели этот самый Адлер, орел, гнездо орла, Адлер. В Адлере, под Адлером, вывели. Ведь там туннели, все закрывают уши, глаза, как те обезьяны. Весь Крым пропахан туннелями. Крым это, ну, я даже не могу сказать, что это такое. Это Божий остров. Понятно. Ты упоминал книгу про «Белые альвы» издательства, да, «Архивариус»? Да, «Белые альвы», «Война миров», первый том «Архивариус». Он имя, отчество и фамилию не говорит, «Архивариус». Вот у меня обе книги. Он их издал, я с его информацией просто 2 года сэкономил исследование. Я так просто доволен. Ну, мы с ним общаемся иногда, консультируемся. Там интереснейшие вещи. Хорошо, от меня такое вот дополнение. Скажи, пожалуйста, возможно ли предполагать так, что те, о ком ты рассказывал, то есть шумеры, например, да, это искусственно выведенное, как там, в принципе, было написано, что спускались боги на землю, потом, значит, не захотели работать и решили создать себе рабов для того, чтобы они землю обрабатывали, добывали все, что нужно. Потом эта же легенда перекочевала Тору, там Адам и Ева появились, тоже созданы из праха земного, то есть Адама, да, это из праха земного созданы. Вот там вавилонские мифы тоже пересекаются с этим. Возможно ли так себе представить, просто на минуточку, вот совершенно ненавязчиво спрашиваю, что были искусственно созданы пробирочные существа, или еще в славянской традиции их тварями называют, и были потомки богов, которые не искусственно созданы, а просто вот так вот от поколения к поколению передавались и здесь существовали, и не нужно им было заниматься каннибализмом, поскольку у них были летательные аппараты для того, чтобы подняться наверх, были у них возможности построить некие ковчеги не в библейском смысле, а в своем смысле, уйти в какие-то убежища, где были и продукты, и кондиционеры, и много чего другое, и достаток электричества или какой-то другой энергии для того, чтобы существовать. Ну, а те, которые рабы, ну, так, ну, смыло их и смыло. Такой вариант возможен, на твой взгляд? Абсолютно, да. Я не стал о нем говорить, да, было. Все было правильно. Потому что понятие Т, буква Т, она обозначает искусственное тело. Вот теловеек. Тело с жиром, тиражированное из подземной крышки. То есть полный перевод, кому интересно. Вот. А есть понятие «человек», да? Понятие «че» – это не дубль буквы «т». Есть понятие «человек» – то же самое. Так вот, «че» – это, как сказать, ну, как бы созданный с Богом. Буква «че» – вот палочка, да? И сбоку идет вверх, как бы, ну, что, как это назвать? Крючочек, да? Так вот, это как раз та трубочка, извините меня, которую он извил, она же идет с середины буквы Ч, то есть от бедра. И от бедра, из бедра выкачивается это самое, не вниз, она сначала, кстати, шла вниз. Это сейчас буква Х латинская. А мы наоборот ее делали, поднимает. Она поднимается.
Так может, то есть это из пупка идет, а не из бедра? Может быть, пупок там? Нет, она из бедра. Все-таки, бедра. Все-таки ниже пупка. Из вены. Ну, мы договорились про рог, про рог, который сзади, не будем говорить. Понятно. Нет, все правильно. Это дело в том, что буква К вообще обозначает естественное что-то. Да, камень, ну, вообще естественное образование, естественная сущность. А буква Т – искусственная сущность. Это вот, ну, у меня в книге вот, протоязык, первое слово первого времени и букву азбука первого времени, там все, я все описал. Угу. Хорошо, ну, давай прервемся на музыкальную паузу. То есть все правильно, вот все правильно, когда перед потопом спасались, я сейчас нашел, что интересно, что на Эльбрусе, Эльбурус, русский бык, летающий русский бык. Причем интересно, они сделали летающий русский, должно быть, по идее, Альбурус, а тут Эль, летающий русский бык на Эльбрусе. Эльбрус – это Сумеру, это, я не знаю номер Сумеру, ну вот Уч Сумеру – это белуха в Алтае. Первый Сумеру, он называется, ну, не вспомню, это Кайлас, это самый. Тебе. Вот. И там действительно. Так вот, на Эльбрусе я-то раскатал по этим самым, по топонимам, там лежит, что бы вы думали, бога Баала корабль. Понимаете? Бога Баала корабль. На Эльбрусе. Это, видимо, после потопа. Это он, так сказать. Кстати, этот самый Арарат, название Арарат, но было только, эта гора начала называться Араратом, только в 19 веке. А она называлась до этого Мазис. Рождающая снег и лед. А понятие Арарат – это любую гору, у которой верхушка белая, в смысле во льду и в снегах. Это описание просто горы со снегом наверху, понимаете, да? Арарат. Сияет, рассыпается. Сияет, рассыпается. Ну, вот зиму сияет, а на лето рассыпается. Вот и все. То есть Библия там... Так вот, хорошо. Я говорю, представьте себе, куда мне? Я тут пытался позвонить, дозвониться до этого, до уважаемого мною Кадырова, что типа того, смотри, старик, у тебя там такое богатство лежит. Никак не мог связаться. Ну, думаю, ну, черт, мало того, что там рядом находится шахта, где находится богатство алтаря бога дракона. Прямо буквально рядом, так и называется. Шахта, где находится богатство бога дракона. Алтаря бога дракона. Ну, что понятно. Я... Понятно. Останавливаю тебя. Давай на этом, на шахте остановимся. Музыкальная пауза. И потом у нас еще есть несколько вопросов для следующей части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народно-славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из современных календарей 17 марта 2016 года, четверг, по одному из старинных, 16-й день, месяц пробуждения природы, 7524 лета, четверик. Древние боги Евразии. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный ведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые появлялись в чате Народного славянского радио во время эфира. Так, первое поколение древних русов владели ли технологиями в своем развитии? Какими технологиями не указывается, в каком развитии тоже? Мы постараемся как-то на этот вопрос ответить. Ну, конечно, постараемся. Вот представьте себе, я уже говорил. Это, собственно говоря, не я выдумал, это шумерская космогония, вавилонская. И это, что интересно, где можно подчеркнуть, это опять же вот, в эпосах народов мира и даже в сказках. Вот «Тысяча одна ночь», например, там есть такая сказка «Абдаллах морской и Абдаллах земной». Один в один, что, ну, в смысле о том, что были земноводные сущности. Так вот, древние русы, я точно могу, они же жили
вокруг нынешнего Северного Ледовитого океана, который называется Молочный океан. Ну, славяне жили по эту сторону Урала, а на сибирской стороне жили русы, сур. Народ сур. Куда, туда входили суперэтнос, туда входили японцы и туда входили немцы. До потопа они жили. Это значит, 24 тысячи лет тому назад они уже были. Но вот за 24 тысячи лет были ли они, судя по тому, какой у нас мощный генофонд, ну вот это R1A или R1R1, да, естественно, что-то было, но во всяком случае по шумерской космогонии, скажем, Египет существовал вот на том месте, где он, потому что его миновала чаша, так сказать, таких суперкатаклизмов, доставалось, но не очень. 100 тысяч лет Египет. Солнце два раза вставало там, где заходило, и три раза заходило там, где вставало. То есть это три раза по 30 тысяч лет, вот считайте, 100 тысяч лет, 90 тысяч лет. Кстати, в Африке очень четко, очень точно указано, что на юге Африки и в Намибии золото начали добывать 90 тысяч лет назад. Это они установили, ученые, ну, это радиоуглеродный анализ, вот эти древние копии. Вот. Значит, во всяком случае, 100 тысяч лет назад египтяне называли русских сур-нетеру. Сур, я вам говорю, что рус в обратном арабском переводе, это совсем уже недалеко, тысячу лет тому назад арабы перевели. У нас с арабами была стычка, мы ушли, оставили Вавилонскую империю и образовали Византийскую империю. Не от того, что мы там были слабы или там что такое, а просто потому что все, жара, начала высыхать Сахара, надо уходить. Потому что не растет лен, не растет конопля, из которой одежду изготавливали, ткани, не растет гречиха, не растет ячмень. Ну, плохо растет, во всяком случае, да, там редька, ну, все такое прочее. Империи же движутся не потому, что кому-то надо, что Обама приказал или там... Нет, природа двигает империи. Вот мы сейчас все будем двигаться на север, уходить на север, потому что, например, в полупустыню, в степь, в Галимую полупустыню, уже про Ставрополье. Скоро там это догонит Ростов, все это хозяйство. Это все ускоряется, к сожалению. Вот. Поэтому будем считать, что русские 100 тысяч лет назад были, и славяне были 100 тысяч лет назад. Это такой симбиоз. Другого, ну, нельзя. Надо с кем-то воевать, надо с кем-то дружить, надо с кем-то жениться. Ведь вы понимаете, что на своих не женятся. В сестрах. Понятно. Следующий вопрос в эфир. А бог бык – это золотой телец из Библии? Да, отлично. Сообразил. Вот молодец, кто этот вопрос занял. Все правильно. Они же испугались. Они же были на территории бога быка. Ведь они, это самое, Израиль, Палестина, Палестан – это же территория. Я же вам говорил, что граница-то была там, на севере Средиземного моря. А здесь все, уже бык везде командовал. Мне всегда хохот разбирает, когда я читаю. Вот Иисус идет, вот это вот, читаешь это Евангелие. Вот Иисус идет, заходит в храм, там, значит, а там продавцы, менялы сидят, там то да сё. Он, значит, в храме всех разгоняет. В какой он храм зашел? В чей? Ну, понятно, что в бога быка. Понимаете? Но это не пишется. Потому что другого храма не было. Ну, потом пытались в Вавилоне, Мардука, но он, его никто не поклонялся. Все сразу быстро себе стали делать царей, этих богов, башков и так далее, и так далее. Вот, и все это. Там самое интересное, что бог-бык, как бы вам сказать, вот только топонимы, например, гидронимы, да, только на одних запросто элементарно могу доказать. В том, что он существовал, что ему, в него верили. Это вот, например, так, приходишь, ну, куда-нибудь там вот в глубинке, там колодец или там умывальник, да, вот умывальник обычный, вот такой вот, ну, с этим, как он называется, ну, который надо приподнять такой, шток такой, ну, умывальник, знаете, не крана. Простой деревенский умывальник. Простой деревенский умывальник, а над ним
значит, кусок кости и два рога. Все, ты, так сказать, кланяешься, умываешься, ты кланяешься быку. Наклоняешься умыться. Вот в чем дело. А, значит, евреи, когда он ушел первый раз, Моисей, они его ждали-ждали со страху, потому что они знали, на чьей они территории находятся. Они собрали золото и вылили золотого тельца, да, быка, все. А потом они быстро поняли, что, ну, когда писали это, в 16 веке они компилировали уже Библию, Евангелие, все под Нотр-Денском соборе. Вот, до этого не было ничего. Какие там 5000 лет назад? Ну, все бред. Там, значит, они вылили золото. Ну, как они могли? Вы понимаете, температура плавления золота, температура плавления золота, это самое, сколько там? Ну, 1200 градусов. Это песок можно при 800-900 градусов. А уже если золото, если изделие, они то это. Ну, будем считать, что вылили. Ну, вот. Дальше, что мы... А он пришел с первыми двумя этими каменными досками, на которых было написано... Скрижалями. Да, на них, на первых, это... Я не сочиняю, это все в Библии есть. Это вот Джо Фрезер над этим издевался, Джеймс Джо Фрезер, «Золотая ведь», которую написал. Так он хорошо издевался, я просто смеялся. Там было написано, не вари козленка в молоке матери его. Не одевай, так сказать, одеяние священника, когда идешь пасти козлов, ну, козлиц. И так далее. А он как увидел, как бы, этого самого золотого тельца, значит, быстро разбил скрижали и опять ушел к Богу. Значит, этого быка они уничтожили. На самом деле, да, там есть еще очень такая очень интересная штука, значит, о них говорят, подожги, вырыли ров, алтарь, подожги огонь, помоли своего бога, значит, подожги, жрецов Баала они собрали. Вот они типа того, что жрецы вокруг алтаря, значит, стояли целый день, ничего не могли сделать. Но потом подошел какой-то еврейский пророк, руку поднял, говорит, Яхве, дай огня. Бац, все загорело. Но так не бывает. Они не на той территории находились. Яхве, этот Пазузу, это Нижний мир. Это рептилоиды, это не то совершенно. Их бы там всех, ну, их выжигали там со страшной силой. Даже в Библии написано. Владимир Николаевич, вот дождешься, на тебя подадут в суд за то, что ты оскорбляешь. Вот много произносишь таких слов, которые могут просто потом сказать тебе, что ты там такое наговорил про нас и обозвал нас и так, и сяк, и этак. В Библии же не написано, и в Торе не написано про рептилоидов. А ты все время так сравниваешь. Вот рептилоиды, эти, то и другие. Так. Я сейчас одну минутку, тогда я тебе скажу. Тора. У меня есть Тора на русском языке. Там все, я всю ее прочитал, я не буду ее там про нее ничего говорить. Я скажу одну фразу, которая там мне так запомнилась, что я просто воспрял душой. Там написано Тора, главная книга. Египтянин никогда не сядет есть с евреем. Для египтянина это мерзость. Давайте дальше. То есть все вопросы к Торе. Хорошо. Следующий вопрос. Хотя, кстати, про быка, если уж так мы коснулись, то не обязательно изливать некую статую для того, чтобы она была цельной. Там же не говорится, что это цельная, там просто говорит статуя быка. Поэтому можно создать символическую статую, обложить, например, там кости быка золотом, где будут торчать рога там, и череп, и вокруг будет золото, там сбросились все золото. Здесь другой вопрос, откуда рабы имели столько золота, да, и какие они были рабы, если имели свои дома, имели свои стада и все остальное. Это уже другой разговор. Итак, елка, вопрос в эфир. Владимир Николаевич, булгары с реки Волга, то есть Болга, тоже относятся к Баалу? Нет, да, первоначально я говорю, что когда русские зашли, это самое, так, сейчас, значит, двигались, там очень, понимаете, это на карту, это на сложно. Булгары – это вятичи, Те болгары, которые там, это совершенно другое в переводе, которые там на берегу, которые нас продают каждый раз, вот. Булгары, да, правильно, на берегу реки Болга, Божий светильник.
там были города, те самые. Все ведь это не хотят рассказать. Есть старая Рязань, есть новая Рязань. Ничего никто не хочет раскапывать, потому что это надо переписывать историю. Они все поклонялись быку. Бык, кстати, просто со скоростью огня вытеснял. Не тронул Китай, но не надо было. В Китае ничего нет, кроме железа. Там ни серебра, ничего не было. 160 этих племен и народности, они никому не нужны были. От них же каменной стеной огородились от китайцев, и все. Они там не нужны. Ну вот, а там у них и так дракон существовал. А бык начал от реки Амур. А древнее название Амура — Мангубу. Но там другая, это самое, другая грамматика. Потом, когда, если будем говорить о слоговом языке, я скажу. Видите, главный должен стоять, главный бог, он главный, он, значит, впереди должен стоять. Должно быть Бугуман. Мангубу. И везде вы, обратная вот эта грамматика, то есть где главный стоит в конце, это Южная Америка. Вот одинаковый язык, но только разное. Вот, например, Каин. В шахту входящий. А у них инка, входящий в шахту, разницы нет. Я же говорю, что там не было имен, ничего. По профессиям назывался. Ты инка, угу. Ты там этот, ты этот, ты. Вот хорошо, эти... хорошо. Да. Понятно. Второй вопрос от Ёлки. Золотой телец, о котором сказано в Ветхом Завете, которому поклонился израильский народ, когда Моисей писал 10 заповедей на горе Синай, как я понимаю, был Баалом, частично мы уже ответили на этот вопрос. Частично, ну, если Моисей не писал, Бог пальцем писал ему на камне, скрижали выводил. Не, самое смешное, смотрите, значит, не возлюби ближнего, там жену ближнего своего, не убей, не укради. Тогда. Не было наказания. У нас 7600 лет, когда был подписан, сотворен мир между богами и людьми, не сотворен мир, то есть не построен. Творение было бы, или сотворение, сокурсники, эти самые, как там назвать еще, сокурсники, сотрапезники, там все вместе это несколько, понимаете? И эта формула сотворения мира, она ж, еще использовалась и Петром Первым, и Екатериной Великой, и сотворение мира между турками, так сказать, и Российской империей, то есть Османской империей, Российской империей. Сотворение мира – это стандартная типовая дипломатическая формула. И было сотворение мира между людьми и богами, и мы договорились. Но там было так, они договорились. Не убей смерть, не возлюби смерть, не укради смерть. Там 10 заповедей, и везде смерть. В Евангелии хлесть, и наказание убрали. Вы представьте себе, они для кого писали? Для себя. Чтоб их не убили. Он знал, они сидят, пьют там вино, или что там они пьют. Пишут это Евангелие. Там, ну, они собирали же из разных источников, источники уничтожили. Все, балдеи там смеются, Лука. Это бабник, мягко сказать. Раб шахты. Женской шахты он раб. Вы понимаете, вот в чем дело-то. И поэтому одно дело, у нас, слава Богу, церковь у нас не православная, она не имеет права называть себя православной. Православить – это языческий термин, закон утверждать – это языческий термин. Церковь у нас восточно-христианская, все. Ну вот еще теперь на церковь наехал, понятно. Значит, жди скоро гостей. Тебе и по одному будет предъява, и с другой стороны будет предъява. Ладно, третий вопрос. Как этот бог соотносится с славянскими богами? Благодарю. То есть это Бул, Бал, там, ну и так далее. В общем, бык. Морской царь. Царь морской. Ну, если ему поклонялись те, которые не являются славянами. Как он, вот я так от Ёлки понимаю этот вопрос, каким образом тогда он соотносится со славянами? Если мы сейчас берем, например, шумерскую, вот если развивать вопрос Ёлки, если мы сейчас всю передачу рассматривали шумерские предания, вот, которые там много что написали, потом мы касались Дагонов, Сириус, которые, да, мы частично коснулись Айнов, которые, мы частично коснулись Айнов, которые тоже на Сириус указывали. И все сходится к тому, что эти народы, они каким-то образом не совсем являются теми, кем являются наши предки.
И получается, что мы, отталкиваясь от писаний людей, которые искусственно были созданы для каких-то целей, для того, чтобы они возделали землю, как это написано в преданиях шумер, в преданиях вавилонян, в преданиях той же самой Торы Ветхого Завета, и земля была пустына, некого было вас там возделывать, да, и решил создать человека. Вот оттуда же все идет. И получилось так, что мы сейчас говорили весь эфир про вот этих искусственно созданных людей, а там же в той же самой Библии, и там же и у Шамир можно покопаться, и у Ланяна рассказывает, что параллельно были другие люди, которых никто не создавал, они существовали сами по себе. Ибо там, если брать более поздние источники библейские, Ветхий Завет, то там говорится, и ушел Каин, и взял себе жену. Где он взял себе жену-то? Он ушел, скрылся с глаз Господа, взял себе жену, то есть были люди. А если еще раньше брать, то там говорится, и создали боги, и Алахим землю, все создали, и создали по образу и подобию людей, мужчин и женщин, сказали им, плодитесь и размножайтесь, владейте землей, и будет вам пища то-то, то-то, а зверям то-то, то-то. То есть сначала были созданы те люди, не сотворенные из праха земного, а созданы по образу и подобию. А потом уже был создан Адам, Ева. Ну, кто-то говорит, что помимо Адама и была там создана и другая женщина, Лилит. Есть там предания такие более древние. Дело не в этом. Но они были созданы из праха, то есть сотворенные, как пробирочные существа. И от них вот идет как раз вот это вот все, что мы сейчас разбирали. Так если существовали племена, созданные по образу подобию Божьему, то есть потомки богов, владеющие этой землей, владеющие технологиями богов и всем остальным, а потом были здесь созданы существа для работы на земле, то есть рабы Божьи в современном понимании, то в этом случае почему тогда мы весь эфир отталкиваемся от преданий рабов и все время привязываем их к своим предкам и к себе в частности? Вот из этого, я так понимаю, елка вопрос родила. Не, ну тут правильно, я же говорил о том, что были созданы не только рабы, были созданы и люди, лекари, писари, там, скажем, там адвокаты, у шумеров были адвокаты, ремесленники и так далее, им для того, чтобы они работали и жили, так сказать, им разрешено было, рабы не имели права размножения, у них было все, у них пол хромосомы не хватало, это в Библии написано, когда он дал яблоко, он, яблоко это не плод. Яблоко – это личность в жире, Божья личность в жире, спрятанная в коробе, ну, защищенная, да? Это, в принципе, по сперматозоид. Поэтому надо было, когда вот этот у них змей, это, кстати, дракон. Змей, дракон, какая разница? Это змей с крыльями, летающий змей, крылатый, как он там называется у этих, у южных американцев, пернатый змей. Так вот. Значит, были рабы, которые не имели права размножения. И были люди, которые имели право размножения. Причем, значит, ведь в Библии в той же написано, я же, так сказать, иногда ее цитирую. И увидели боги, что тщери человеческие хороши, и стали входить к ним на ложе. Это значит, полубоги рождались. Правильно? И брать себе каждый, кто возжелал, да. Из полубогов. Рождались от них от великаны. Ну, понятно, да. Не-не-не-не, великан, не рождались великаны. Великанов создавали, вот кого создавали? Не, ну там же в Библии так сказано. Ну, мало ли что в Библии сказано. А, подожди, так получается, тут мы читаем, тут мы не читаем, тут мы принимаем, а тут не принимаем? Нет. Или мы ссылаемся на документ, как он есть, или мы говорим... Нельзя ссылаться на Библию, как на документ. Если однажды соврав, ты везде соврешь. Поэтому вот так надо и подходить к этому. Так, может быть, тогда вообще на этот документ не ссылаться? Потому что, как мы понимаем, это и шумеры, и вавилоняне, и древние там, евреи, и многие другие руку приложили. Потом еще компиляция происходила, древних потом чистка. Не было. Их, ну, хорошо. 3000 лет тому назад на письменных египетских полях было написано Хаберу. Мелкие воры и разбойники. Это типа как цыгане. Все, понятия еврей не было вообще. Евреи и Европа. Когда они входили в Европу, там совершенно такие вещи, там действительно под эту статью 286 попадешь. Вот-вот, давай-ка сейчас это лучше, может быть, отдельный эфир этому посвятим, чтобы все продумать и нормально сказать, чтобы потом к тебе дяденька прокурор не пришел и не сказал. А вот мне тут пришло на вас сообщение, приходите-ка в гости ко мне.
Ну, у меня фамилия Дегтярев. Понятно. Еще один намек. Смотри. Смотри. Ты еще дальше усугубляешь. Осторожнее. А то скажешь, он еще и нам угрожал. Ладно, хорошо. В общем, вам? Нам. Мне-то чего угрожать. Я хороший, пушистый. Так, ладно, давай. В общем, разобрать с этим вопросом, что очень все интересно. По крайней мере. Нет, там действительно оставались. Вы понимаете? Вот была такая ИМУ. Это надо читать уже индийские эти самые веды. Святой ИМУ, что сделать? Придет там земля, зима и так далее, и так далее. Все. Вот тебе туннели. Они прятались в туннелях, сколько они сидели. Под Турцией такие огромные туннели, под Сирией такие огромные туннели. Не эти рыли, не ИГИЛ. Они на глубине 200 метров. Там туннель. Вы представляете, что такое туннель? Он не может быть без воздуховодов, не может быть без воды. Там это сложно. А, господи, Каддафи как воспользовался этими туннелями. У него бесплатно в городах шла вода, газированная, шикарная вода. Она как раз из туннеля он ее забирал, он никому не говорил. Он просто их почистил, и все, и это самое, и древние на него стали работать. Зачем было вообще Ливию-то валить? Ну, значит, давайте пусть было. Еще там американец придет, там адвокат какой-нибудь. Вот сейчас как раз у меня настроение кому-нибудь поправить. Ладно, американцы, приходите в гости. Тут есть к вам предложение очень интересное от Владимира Николаевича. Так, здесь есть некоторые такие пояснения у нас в чате. Например, отчеток, это смешивать то все вместе. И какое отношение Библии к нашему народу? История гусеницы к слону не прилепишь. Ну, это просто так, это чат не обязательно. Просто то, что сейчас в чате творится, я так одним глазом смотрю, читаю. Следующий вопрос. Ингварь, если мы верили в белого быка, то кто тогда такие? Перун, Велес и остальные боги? Дождался вопроса? Дождался, я же предупреждал. Значит, для того, вот это, когда начинается переходный период одного бога, которого верили, скажем, 10 тысяч лет, вдруг приходят и говорят, вот вам надо под мечом и огнем, что называется, вот верить в этого бога, в смысле, который там вознесенный на древо. Ну, это ладно. Во-первых, у каждого рода был свой родовой бог. Это само собой разумеется. Как их звали, тут трудно. Единственное, я знаю, что такое, например, Лада. Да? Велес, говорит, Скотий бог, нет. Как буква В обозначает женский род, вагину. Все. Это там было жестко и жестоко. Никогда ничего не называлось ни река, ни гора, ни город. Ничего не называлось женским именем. Именно потому, что женским, что это можно было познать. В библейском смысле. Все было мужским родом. Единственный, который я могу четко сказать, это не Перун, а Берун. Беруун. Бе, я вам говорю, что Бу, бык, и Бе, производитель. Бе, это как раз дракон. Производитель. Бе, это производитель. Беруун, производитель. Беруну, точнее, Беруну. Он производит движение крови. Вот в буквальном смысле, тот, кто производит движение крови, то есть запускает вообще организм, производит и запускает организм. Берун, вот он сохранился у поморов, вот сейчас, ну, там у них, так сказать, в сказаниях, это ладно, а он сохранился в двух названиях двух островов в Белом море. Малый Берун и Большой Берун. У них там стояли эти самые капища, как раз дракона. И вот если у них богатый улов, они подходят, возвращаются, подходят к этому большому Беруну. Малый улов подходит, малому дают. А там тоже было. Они, боги же как люди, они встречались, разговаривали, да, никаких проблем не было в общении, ничего. Вот. Но когда отплывали они, скажем, вот, они к двум богам подплывали, к малому и большому, говорили, не оставь нас вообще без улова. Вот тебе. Там очень интересно. Ну, вы же понимаете, как это по быту бывает. Вот. Других, дашь божьи внуки, это вот из слова о полку Игоря. Вы знаете, когда слово о полку, это переписчик 16 века, когда уже, она была написана в 13 веке, там, до прихода, до так называемой татаро-монгольской, там, иго.
а в XVI веке переписывалось. Это есть у Алжаса Сулейменова очень большой материал «Азия», большая книга. Он мне подарил две штуки, но там... Вот, очень серьезно. Она выложена в интернете, кто хочет, почитает. Он там и про шумеров там много. И вот как раз он слово полку Игорю разбирал о том, что там тюркский язык используется. Мы действительно были двуязычными. Ведь мы жили с татарами сибирскими. И общались с ними, и все. И там и женились, и никаких проблем не было. И эти, скажем, марийцы, мордва, чуваши, поволжские народы, они так или иначе, они все относились, ну, к так называемому тюркскому. Никакой финно-угорской группе идти не может. Там, называя русский язык, это финно-угорская группа. А от уха до уха не, рот не надо сделать, да? То тоже там... Ну, в общем, не суть важна. Так вот, это самое. Понимаете, когда начинаются вот такие вот споры, это надо до того доказательно вести, до это самое. Но я не могу сказать, ну, были там разные рода, ведь вот у меня, например, род, я, честно говоря, мне, как он, Ксенофонт. Ну, это же греческое имя, это же крещенное греческое имя. Я знаю, что у Вятичей, крестили тебя в церкви вот так, вот крестили, вот, Ксенофонт. А моего на самом деле зовут, например, Ваня, Уан, Водяной, вот и все. Его никто не называет этим Ксенофонтом, что в церкви там дали, тебе дали, все, тебя так и похоронят. Потом похоронят тебя как Ксенофонт. Вот. Ты был свой бог. Я знаю даже, вот кто у нас в моем роду был бог. И вообще-то нельзя говорить, никогда. Но это был этот самый дуб-дерево. У нас дуб там стоял. Да ты язычник настоящий такой прям. Да, прокопченный такой язычник. Настоящий. Там это самое. У нас в бане жил банничек. Это вообще... Ну, банничек это, да, это дух такой интересный. Ну, хорошо, давай сейчас просто еще тут пару вопросов осталось. Давай уже закончим, да, чтобы эфир-то не продолжаться бесконечно. Я поэтому музыкальную паузу не ставлю. Ёлка, вопрос в эфир. Бог Баал представлен волом или быком, тельцом. А Яхве – это ягненок Агнец? Вспоминается жертвоприношение Авеля. Ягненок был лицеприятен Богу больше, чем растительное жертвоприношение Каина. Всегда смущал этот вопрос. Отчего же кровавые преподношения были предпочтительнее бескровных жертв? Тема с заблудшими овцами тоже оттуда? Нет, заблудшие овцы оставим. Там она правильно, очень точно. Вот смотри, как, а? Прям я... Да у нас вообще такие люди, они подготовлены, да, подкованные. Вообще. Дело в том, что это очень серьезный вопрос. Дело в том, что если его звали Авель, то это, точнее, не его звали, это ее звали Авель, сестру. Потому что буква «В». Я же вам говорил, что если присутствует буква «В», это женский род. Везде на Западе Абель, везде на Западе город Станбул называется, а не Стамбул, как у нас на картах пишут. Стан быка. А почему они прячут? Почему у нас прячут? Вот в наших везде книгах Стамбул. Смысла нет там. По понятию там, это, оно вообще к городу не относится. Стан быка. Там стоял бык, я же вам говорил. Нет, у нас вот надо. И у нас вот берут, пишут везде Авель, и в Библии на русском написано Авель. Абель, вот помните разведчик, Абель его зовут. На западней возьмите Библию, я вот лежу в гостинице в Германии, беру Библию, они везде же там лежат, в каждом номере. Беру Библию, там полистал, ну, более-менее немецкий. Хоп, нашел, Абель, Б. Вот тогда да, Эль-Аб. Но это Эль-Аб, это предвселенная, предрождение. Я не знаю, как это, они просто взяли вот этот, как сказать, термин предрождение, Эль-Аб. Что это змея? Это в золотом яйце змея, значит. Ну, понимаете, Каин, я вам сказал, это шахтер. Нормально, работает шахтер, все. Какой он, извините меня, кляду, этот самый, производитель зерна и пшеницы и все такое прочее. Ну, так же написано, шахтер. Притащил ну, зерно, пшеницу. Ну, мало ли чего написано. Авель, он возделывал, вот как раз от тука своего принес. То есть, ягненочка там, видимо, и понравилось это господину его, и презрел он на него. И зато получил ножичком
под ребрышко. Вообще, такие разборки, разборки такие у них там. Рай не находился там, где пустыня Такламакан. Да они уже там не в раю были, их давно уже там пеньками оттуда выгнали. Это же уже после райских всех дел-то началось. Ну да, и он пошел на восток. А, и он решил скрыться. Нет, подожди, вот, во-первых, надо говорить о том, что, он решил скрыться от всевидящего, вездесущего. Вот это, конечно, очень интересно. Значит, это как, я хочу спросить. Как можно скрыться от всевидящего и вездесущего? Вот это вот другой вопрос. Самое главное, боги дали Каину бороду. У евреев не было бород. Они были чернокожими. У них не было бород. Ну, потому что они пастухи. У пастухов нет ни у кого бород. Кто ты говоришь пастух, кто ты говоришь пастух, кто ты говоришь, что он шахтер. Ты уж определись, что там, он касками стучал? Я говорю Абелю. Ну, понятно, Абель, во-первых, У рабов не было бород. Они должны были различать. Это самое, обязательно, потому что борода – это признак Бога. Они дали ему бороду и дали долголетие. Там, что-то. Он родил, у него родился праправнук Тубал, они назвали в нашей Библии Тувалкаин, Тубаалкаину, потому что он, это тело движущееся Баала, грубо говоря, кузнец. Там вообще сложнейшая такая, как вам сказать, исследовательская работа. Я с ней возился, все, нашел. Это Байкал. Он кузнец, у него была кличка Узелок. Он ходил, и он похоронен. Вон есть сопка на Камчатке, где он похоронен. И все прекрасно знают, что он там похоронен. Что он, и Каин-то пошел до Байкала, а он шел оттуда с пустыни, как это сейчас пустыня, Такламакан. Вся вообще легендирование всего Иисуса и так далее, всего прочего, это Северная Азия. Это вон возьмите этого Потанина, исследователь, которого евреи загнали в конце 19 века. Значит, потому что он не нравилось, что он там написал. Плачет по тебе статья «Разжигание». Вот честное слово. Не «Разжигание». Вторая. А хорошо, давай. Вот все вернемся. Это опубликовано, все. Его обвинили в том, что он хочет Сибирь отделить от России. Отлично, подожди. Мы отвечаем на вопрос елки. О том, что вот что же там произошло-то. Вот был задан вопрос, Яхве – это ягненок? Или нет? Вот простой вопрос. А мы с тобой уже тут раскрутили до полчаса тему, и уже добрались до Сибири, и там сказали, что загнали его там те, кто-то еще и так далее. Вопрос-то простой был. Ты сказал, что Авель – это все-таки Авель – это женщина, что как-то там не получается, не срастается и так далее. Ничего там не срастается. Если Абель, то да. Если в книге короля Якова, там, да, написано Абель. Аб-эль. Это предрождение Вселенной. Все правильно. Никаких проблем нет. Но дело в том, что это как, точно так же, как Абзу. И дух летал над бездной, вот, и была тьма. Абзу. И точно так же Аб-эль. Это... Ну, предрождение Вселенной, колебания всего-то. Ну, это тут долго рассказывать. Я не буду. Никакой не ягненок, не это самое. Вы понимаете, что, скажем, ну, я же говорил про Пазузу. Ну, возьмите опять же этого Архивариуса, первый том. Там все и про Пазузу, и кто такой, и чего, и как. Ну, вот, это уже хороший вопрос, вернее, ответы. Вот, просто бери и читай. Вот, и читай, да. Как может быть не демон Нижнего мира? Там не написано, что он превратился в ягненка. Хотя, в принципе, ну, это уже сказка, что он превращается в ягненка. Там вот, самое смешное тот момент, когда, значит, ангел остановил руку, занесенную, там, кто там заносил, хотел убить сына первенца, принести в жертву Богу. Значит, да, и там, значит, остановил, и говорит, вон в траве ягненок запутался, бери его вместо сына, и будет. И с тех пор по всему миру пошло, что животных приносить в жертву и так далее. В жертву даже шумеры уносили своих детей, первенцев, в храмы. У меня дочь, ее имя Татьяну. Ее записана, жизнь ее за Богом Ану. Все, это такое, грубо говоря, языческое имя. Таких вот девчат уводили в
в храме их воспитывали, все, они выходили, за ними очередь стояла по всему Востоку, ну, там где вот, от Индии до Египта, за такими жрицами. Потому что она выходила на поле, так грубо говоря, там отпускала птицу, либо, значит, там была какую-то траву, что-то прошептала, бросила, все, поле, урожай будет 30 центнеров с гектара или 50. И я уж не говорю про то, что ее водили, она шла между стадов, и все там мычали и к ней тянулись. Это были жрицы высочайшего класса, ведь вот то, чем занимался Савин в своем там секретном отделе, они, это в храме бы у них, да, грубо говоря, ну да, это 10 лет, там не меньше, чтобы перевести. В храме еще много чего. Первенцев, когда мужиков отдавали, они там были для чего? Для того, чтобы жрец состарился. И вот пацан только в храме вырос, там лет до 6, там, ну, до 10. Старый жрец в его тело переселяется, но со своим умом. Там был такой обряд. Это тоже можно прочитать вот у архивариуса. Ну, понятно. В общем, я предлагаю как делать. Все-таки не разжевывать все подробно, а если есть ссылка, то лучше человеку дать возможность самому познать ее. Потому что когда ты сейчас начинаешь рассказывать что-то очень подробно, во-первых, это уходит время, это уже тяжело воспринимается, а в-третьих, человек все равно не научится всему. А так есть, вот, пожалуйста, вот тебе книга, читай, там все написано. На этот вопрос. Да, у Светланы вот Николаевны телефон вот, знает. Вот. Вот, в этой книге есть вот это, начитай. А в этой книге вот это, так что будет проще и нагляднее. Тогда этот эфир можно брать как наглядное пособие о том, где взять другие наглядные пособия, где более подробно все изложено. Так будет лучше. Два вопроса последних зачитываю. Ёлка, вопрос в эфир. А обычные болгары чем отличаются от булгар? Ой, болгар. Это там... Вот булгары, я сказал, это быки свободных городов. У нас азбука начинается. Аз. Азбуки веди галагоол. Да? Она примерно так. Вселенная. Мы быки земли. Познаем женщин закрытого и познавшие женщин закрытого и открытого огня. То есть это и, так сказать, кочевников, и те, у кого дома, и пахарей. Ну, вот примерно так переводится. Так вот, болгар, тоже как и Болга, они были... дело в том, что они входили в состав пока до турок, ну, когда... славяне. А они входили в состав центра. В составе не София была центром у них. Ну, не государство, а территории. Государством тогда нельзя было назвать территорией. У них была Варна. Вар – это подземелье как раз. Вары. Подземелья. Вот они обслуживали вот эти подземелья. Огонь, так сказать, жир, еда, ну, в общем, все такое прочее. Потому что центром был город Белград. У нас есть Белгород, это Аккерман древний. Белгород, вообще говорят, белый город, белый, да, ага, белый город. Это был бога-дракона город. А Белград, ведь город и град – это разные вещи. Нам говорят... это самое, сокращенно пишут там, там славянский, церковно-славянский град, город, а город и город – это разные вещи. Это место, где собирали золото. Это центр, это значит, что столица. Mm-hmm. Золото для дракона. Это столица, драконовская столица, и там, если начать раскопки, боже мой. Понятно. То есть болгары, вот представьте, что одна буква, если мы, не дай бог, доберемся до слогового языка, я не знаю, как мы будем, честно говорю, говорить. Какой-то, это там столько на пояснений будет. Мы подумаем еще, поговорим отдельно. Болгары – это вот те, кто исполняет Божью волю, там где-то нет, не хватает одного слога, они выбросили. Это так всегда бывает. Народ говорит быстрее, ну не народ, там у них были там всякие... Давай мы это уберем. Давай. Все будет писаться так вот. Там что такое, что они были слуги? Слугами варов. Ну, кстати, народ вот славян, очень древний. Они где-то, ну, грубо говоря, от третьей цивилизации. В варах там, в том месте, в варах прятались в третью цивилизацию. То есть это минимум 50 лет назад. Тысяч.
Ну, не минимум. 40 где-то. Хорошо. Давай следующий вопрос задам. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Владимир Николаевич, каков ваш прогноз на ближайшие 100 лет для нашей Родины? Какие замечательные события ожидаются? Ах ты, какой хитрый Владимир из Мытищ. Через 60... Вообще, вы знаете, мне страшно говорить. Вот один на один я бы еще сказал. Потому что, что вылезло вот там это... У нас кончается цивилизация, срок жизни нашей цивилизации. Все, они, я говорю, каждые 12,5 тысяч лет. Каждые 12 тысяч. Это как часы, отмерено и все. Но для нас, вот для нашей территории, у нас что есть? Это тот, у кого есть горы, те, у кого есть горы, все, они, что называется, у нас Алтайские горы, Уральские горы, Саянские горы, там достаточно всего. Там самое главное, что Алтайские горы над уровнем моря, там где-то высота 2,5 километра, нормально. То есть, в принципе, вот, поехать в Сибирь. Но в Сибири выживут только те, вот, скажем, русские и славяне, опять же. Мы, по-моему, говорили про то, что там есть такой гельминт. Нас он не поражает, наш генофонд он не поражает. Пастухов он поражает, местные не едят рыбу. А кроме рыбы там ничего не будет есть. Представьте себе, если... Ну, там потопа не будет. Я говорю, что там удар будет, видимо, протонный. Понимаете, я же ведь не это самое, не проповедник и не пророк. Пророкам было хорошо. Пророков записывали, вот прошло 600 лет, и вот пророк говорит, а вот там такой-то царь умрет там от ножа. А это было 600 лет назад. Через 600 лет можно говорить, как царю. Это пророчество, все это туфта на постном масле. То есть я не пророк, я не могу сказать. Но должен я сказать, что смотрите, температура повышается. Так медленно, потихоньку. Льды тают. И вот Бог, наш Бог, бык, который сейчас работает, это посмотрите фильмы этого Валерия Кондратова «Мироздание», «Ткань мироздания». Там у него фильм «Рудник». Он с такой скоростью зачищает и выбрасывает на поверхность, то есть он пытается выровнять или тормознуть землю, или что-то. Вот говорят, Тунгусский метеорит. Нет, там был старт ракеты. У меня схема есть, как они стоят по треугольникам. Это очень мощная структура. Старт такой, она не грузовая никакая, она специальное устройство, ракета, колокол. Она 500 миллионов лошадиных сил. Ей надо было вот либо тормознуть движение корыта. Кора Земли движется. Все, она будет, если она наберет скорость, то нам хана. Ну, вы представляете себе, да, вот, проскальзывает, как она вокруг ядра проскользнет, кора Земли, и все. Это уже... Но это был бы потоп там и все такое прочее. А тут сейчас... подгоняет. Вот если Владимир из Мытищ помнит, я говорю, что Солнце чуть-чуть не дотянулось, оно где-то за Марс, вдруг внезапно, даже ученые не могли рассчитать, внезапно Солнце выбросило такой длинный протуберанец, что он, ну, ведь протуберанец не должен накрыть само уже излучение, температура и все такое прочее. Земля за трое суток не дошла, он, так сказать, проскочил, и она после этого вошла туда. У нас бы все спутники сгорели, все электростанции сгорели, все бы сгорело. Ну и дома, и люди, все бы сгорело. Это, я думаю, что была тренировка. Так что тут надо за Солнцем наблюдать и за всем. И вот смотреть, если он тормозит движение, это самое, движение коры и вообще движение коры тормозит Землю. Ну там дальше начинаются всякие. Но что-то, я не могу ничего сказать, но что-то будет, если вот это самое, я скажу этому Владимиру из Мытищ, пусть он возьмет у Светланы Николаевны вторую книгу, ну, они там, это брошюры, брошюрами изданы в мягкой обложке. Хорошо, там можно прочитать. Где же она, в первой книге, это самое, «Тайна Евразии». Там исповедь, я везде ее толкаю, исповедь новосибирского проводника. Там у него все описано. Он встречался вот с этой, с белой дамой Тиньшаня. Там, понимаете, это он не выдумал. Это
это эти, она и к этим относится, к снежным людям. Это же очень древняя цивилизация, которая, так сказать, медленно угасает на Земле. Стоп. Все, давай-ка не будем дальше уходить. Мы говорим сегодня о древних богах Евразии. То мы сейчас с тобой до утра будем теперь о снежных людях говорить. Ай, когда ты сказал, что ну будет что-то интересное, так мне это предсказание больше всего понравилось, честно тебе скажу. Что будет что-то. Ты сказал, что-то будет. Я говорю, хорошо. Алексей, нельзя, понимаешь, как тебе сказать? Ведь чувствуется, потому как люди, до чего люди дошли, это внезапно, они всегда... Это же массовое какое-то начинается ощущение, да, вот, что все, впереди катаклизм. И вот начинается... Катаклизм для котов мы раздавать в этот раз не будем. Мы будем жить по совести, в аду с природой. И если так живешь, то ты не блоха на теле и не паразитируешь. А в этом случае ты достоин более интересного развития, нежели чем быть раздавленным ногтем. Я думаю так. Давай на этой такой радужной, веселой ноте мы как-то будем заканчивать сегодняшний эфир. Я думаю, что рассказали мы на очень много чего интересного, ответили на многие вопросы. И, наверное, надо в конце что-то такое вот нам доброе нашим радиослушателям сказать. Я все равно кручусь. Как он мне влепил последний вопрос, это все, честно говоря. Но я опять же скажу честно. Вы знаете, сколько, я так думаю, что сколько мы, так сказать, наша каста, русские ведь это не национальность, это каста, это воины, инженеры, ученые. Славяне, соловен один, это произведенные богами, дин это боги. Так вот, сколько мы пережили, сколько всего, и выжили до сих пор, и все. Просто нам надо не, так сказать, не раздевать рот на то, что там в Европе там, или в Америке, а самим думать, что надо сделать. Я думаю, что чем ближе, так сказать, еще вот лет пять, я уж можно будет, да я что, я один об этом думаю. Я не такой, их тысячи людей думают об этой проблеме. Поэтому я говорю, что, но первое, что мы русские и славяне, это мы все выдержим. Это не, мы это раньше выдерживали, теперь выдержим, и не, никаких проблем в этом нет. Не, вот. Иначе нас бы уже давно не было, а мы есть и разговариваем. А ты все грозишься на меня прокурором. Я не грожусь прокурором. Я знаю, во-первых, что у тебя есть чем постоять за себя. Там цинк с 300 патронами. Это во-первых. А во-вторых, я не грожусь, я только предупреждаю. Ну дай пошутить-то в конце. Да, такой прям. Ну что ж, вот на этой позитивной, радужной ноте давайте закончим сегодняшний эфир. Итак, говорим нашим радиослушателям какие-то добрые слова. Что можно сказать в конце? Дорогие радиослушатели, говори. Дорогие радиослушатели, здравия вам, здравия нашим людям в Сирии и всем морякам в море. Это очень серьезно. Очень серьезно сейчас. Очень серьезно. Отлично. Ну вот на таком позитиве мы заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу, которая проходила 17 марта 2016 года, четверг. По одному из современных календарей, по одному из старинных 16 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, четверик. Передача посвящалась теме «Древние боги Евразии». Главный соведущий Владимир Николаевич Дегтярев. Очень интересный человек, который очень много чего интересного рассказал. Теперь есть у вас возможность это все по полочкам в мозгах разложить и как-то сделать какие-то выводы. Я прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио, ведущий Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.